Ну что, ребята? Короче, черкает Паша с Hellraiser сейчас. Мы будем полуфинал смотреть. Скоро стрим у вас поднимется. Я сейчас переименую. Братан там кого-то облаял. Ладно тебе. Сейчас мама придет скоро. Так, чуть себе на Твиче 270 человек у нас сегодня. Это серьезная цифра. Ну что же, все, стрим пошел, ребят. Стоп-старт вынужден я был сделать, потому что, ну, уже задержку надо было выставить все-таки, а то это не очень по отношению, по крайней мере, другим стримерам. Так. Так, создаю, короче, игра Белшер. Риф. Проксима, Хонор. Ньюкир. Погодите. А, это старые карты. Белшир. Прерия Белшира, получается, последняя карта. Или как там они, прерии, да? Развалины Белшира. Так, создаю на ФК, Паш, там одну минуту, но потом все зайдут, все нормально будет. Да, Чарлик там услышал, что на улице кто-то лает и решил тоже. Погодите-ка, ребят, я чуть не понял. Так, мама сразу пошла с Чарликом. Сейчас я позвоню ей быстренько. Thank you.
Все, ребят, я здесь. Тут еще Паша не пришел еще, но ждем его. Не знаю, сколько висит эта вот хустка, создается, но определенно это время он висит, конечно. Все, все готовы. Кроме... Так, все, местами всех меняю. Так, все, поехали. Первая игра, браток, Hellraiser. Полуфинал. Второй полуфинал у нас Блай против Арктура будет, получается. Здесь даже мы позже 19 стартанули из-за этого матча почему-то, потому что не 3-0, не 3-1. И не быстрые игры, это были напряжные матч Касса был против Блая. Вот. Так, Умпука уже выложился, надо будет добавить чуть-чуть позже. Ребят, это был 5, это первый полуфинал, поддерживайте своих игроков. Браток стримит, Паша наверняка, Hellraiser нет, скорее всего. Хотя вроде иногда он тоже стримит, я даже не уверен, может быть и сейчас стримит. Может я не прав. Помните, что вы призовой можете пополнить, пока он, конечно, очень сильно уступает предыдущим старлайнам. 15 тысяч там рублей он составляет, но может быть кто-то что-то успеет еще поддержать. Ну, у меня и мой канал не забывайте поддерживать, естественно. Всем за это громадное спасибо. Так, все лишнее закрыл, все, больше ничего нет. Выведу FPS-ики туда наверх. Ну и что у нас? Браток играет через реактор первый вообще, в итоге. Вот. Это интересный вариант. Здесь депоха пошла. Ну, получается у нас полуфинала, кстати. Два игрока из Украины, Блай Hellraiser и Арктур Браток. Причем украинцы фавориты в своих матчах, я считаю, 100%. Потому что, ну, несмотря на то, что браток Култи 3-0 пробрил, я думаю, с Hellraiser мне будет тяжелее. Я могу быть неправ, конечно. Ну, посмотрим. И Арктур, конечно, тоже очень круто отыграл. Но Блай все-таки сильнее Димаги, и это очевидный момент. Агрессивнее плюс. Все, Nexus готов у Hellraiser. Причем у Hellraiser отличительный момент такой у него, что у него АПМ, блин, 200, как бы. То есть у него АПМ небольшой для второго StarCraft. Братка всегда был в первом старике меньше, чем у меня, например. АПМ, я помню, как бы. У него там был 200, ну там, 20, там, 200, 200, там, от 200 до 220. У меня там было там от 250 до 300, примерно, всегда, как бы. Вот. Здесь же по-другому считается, и у Паши выше 300. А Hellraiser лишнего не жмет особо, насколько я вижу. Так, АДФ проходит. Ну, ему хватает. В принципе, если как бы разница мало, там 200 и 300. Главное, в чем это ТПМ. Ну, это же такой точный достаточно клик у Hellraiser, да, то есть... Это выверенные действия такие, видно, что биндами местности он пользуется, похоже. Вот. Так, контрола можно поставить.
Необычные, кстати, контрола у него Нексуса. Но на четверочке Нексуса, кстати, частенько бывает. Гиты на нолик за бенджина. Интересно. Я по-другому бендился всегда. Ну, тут уже дело привычки. У Артура вообще, посмотрите, армия на четверке, а продакшн на первых контролах. Интересно. Ой, Артур, у братка, погодите, у Артура чертям. Братка, конечно же, Артур потом будет играть. Что-то я не замечал, что у Паши, я не помню, первый StarCraft, как у него было. Мне вообще кажется, что не так. Так, с факта перелетает. Новая лава пошла, здесь лава под барак, и то, что, видимо, да, высвобождена. Есть один, так, обсервер есть, надо бы сбить, может, его. Прям под обсервер. Паша как специально здесь загрузился и под обсервер полетел. Вердос из 400+, ну про вердос-то я не говорю, вердос-то понятно там, ну то есть... Я здесь. Жизнь за Айю. Вердос вообще просто пианист, поэтому он на пианино играет, ну как бы у него контроль хороший, но не во всех моментах он идеальный, я бы сказал. Вердос молодой игрок, то есть как бы с опытом получается, ну АПМ на самом деле у многих падает, потому что он, ну нет у кого-то такого, не то что запала нет, а просто, ну ты понимаешь, сколько тебе хватает на контроле, все как бы, то есть он такой остается, потому что у андроида, я помню, там 350 был в свое время, там в первом StarCraft АПМ, это гигантские цифры были, такие как у кагарейсов, жестких там тоже. Но потом он стал 250 где-то там, то есть на сотку упал, и он не хуже играл, особо не хуже. Хотя в 2005 еще у него 3 сотки было, когда он результат показывал самые жесткие. Потом он тоже круто играл, но результатов уже не было, получается. Самый высокий ТО, но у него очень полезный. Самый полезный, когда зажимаешь Z-собак. Вот этот самый полезный прям. Ну что ли, 113-101. Hellraiser вышел в третий Nexus. Форжа поздняя, но вот грейд заказан в итоге. Братка вообще грейда не делают. Вот, кстати, вот мне нравится, что... Процессы сейчас стали часто использовать вообще против дроп, просто пилоны по периметру, мазашит висит, и он даже, ну, то есть, эта задача не дать вообще дропнуться сюда, но здесь должен быть обсервер, чтобы не дать дропнуться, потому что если ты увидишь медиваки, как они здесь летят, ты будешь где-то здесь контролить, ты физически не успеешь, не пролетят просто вперед. Я думаю, что здесь что-то поставят, да даже не обсервер, а пилон. Раз пилон поставил, и два. Раз, два, да, все, вот этот периметр контролится. Расстояние получается часть. Так, три колосса есть у Hellraiser, есть Team Range. Сейчас глефы будут плюс один. Браток делает какой-то выход. Причем это двухбазовый выход, что самое интересное. От братка идет. А у Hellraiser три Nexus, он уже перемасил по-боевому, что на самом деле для братка не очень. Вот сейчас спалил браток, где Hellraiser находится. Ну и дал Hellraiser рассиджиться братку здесь. Но его все равно много, как бы здесь. Третий танк подходит. Вперед он пойдет или куда? Да, идет вперед. Надо больше либераторов и больше танков. Пушка на самом деле опасная. Боевого лимита братка не меньше, чем Hellraiser. Hellraiser пытается вперед. Колоссов. Три штуки заходят, как я говорил. Адептами можно было по иллюзиями полететь. Но словил момент Hellraiser, пока браток здесь бегал. Плюс колоссы мариков немножечко продемеджили. И вполне успешно он отбивается. Либератор строгает здесь, но этого недостаточно. Танки все падают, а учитывая, что это пуш двух баз был, тут уже тяжело будет нагнать очень. Так,
Ну, про моторику пальцев-то это чушь полная. Если бы, если играть, как бы, все эти годы, допустим, как бы, ну, вот, играл бы, да, ну, там, я и любой другой игрок, например, ну, как вот, в 13-м я фактически перестал играть. 4 года бы сыграл, и все так, то с моторикой было бы все прекрасно. А когда ты не играешь, пишешь там деревянные, ну там месяц поиграл, восстанавливается все. Но если ты играешь без перерыва, стабильно тренируешься, у тебя не просто на уровне держится, у тебя вперед и контроль идет как бы. Вот, и Навейшину уже не 18, но он по контролю один из таких топовых чуваков. Просто у всех он, ну, немножечко отличаться может, да, там, сильными и слабыми сторонами. Как у Бьяна-то, в принципе, как бы контроль тяжело такой получить. Вот. Это уже за 35, когда там, может быть, да, но уже таких и нет, кто в таком возрасте играет. До 30 там вообще ничего не меняется практически, ну, по минимуму, в общем-то. Так, 144-133, Паша цеху третью занял. А где она была? Я даже не видел, где она строилась. Где-то здесь, похоже. И продолжает попытки поддавить, но... Что вот это такое? Один либератор, три танка, четыре викинга, и не все они здесь. Как с колоссами-то биться? Вообще непонятно. Четыре адепта на третьей базе, их нечем особо вытеснить оттуда. Пытается браток давить четвертый Нексус оппонент своему Хеллрейзеру. Нексус, кстати говоря, моментально пробревает, нужно ему дальше идти. Дальше, я думаю, что ему не стоит идти, ему нужно самому четвертую отбить, просто танки сложить и свалить отсюда. Просто подкопиться, еще одну атаку делать. Так макро-браток неплохой демонстрирует, на самом деле. Так, подтягивается прирост. 146-155 по лимиту. Так, 159-153. Лимиты, браток приходит вперед. Вот здесь бы как раз либератор штучки 3 не помешало бы, но их нет. Два очень хороших филда ставят Hellraiser. Сталкерами минусует викингов, выходит новый колосс. Разбирает братка, потери не в его пользу. Да и ситуация в игре не в его пользу. В это время, правда, вот он, либератор третий, не шатал. Ну, пока по лимиту браток еще не проиграл, но сейчас вот он развалился-то вообще в хлам. Вот. Ну тут хорошо СНГ игроки проигрывать новым начали, но тут уже ничего удивительного нет, пора бы. Просто я не знаю, почему так произошло, но вот были, да, всегда новые игроки были, но почему-то они не могли, то есть ленились или что. Может быть, вот Арктур, Хеллрейзер, они меньше ленятся, у них есть задоринка какая-то, у них есть желание побеждать, как бы, да. Так что, думается мне, что... Пора бы уже. Во что это выльется, учитывая, что команда особо... Не, ну у них есть команда, да, как бы, из имба у Hellraiser, и, наверное, что-то, может, ЗП даже ему платит какую-то. Я этих подробностей не знаю, ищите у Артура того. Тут надо, вот, если есть команда, тем более, надо просто показывать результат. Сейчас, как бы, сейчас прикол в чем? У нас команд нет, но если ты будешь на, ну, как в Лай такой уровень показывать, топ-8 ходить. Например, в ЦС стабильно, то ты сможешь команду лучше европейскую найти, на самом деле, при желании, как бы. Ну, а чтобы показывать результат, надо стабильно, как бы, не отступаться, да, потому что если ты перерыв берешь, вот когда ты на таком уровне берешь перерыв, и все, ты, как бы, сразу падаешь, там, и туда-сюда будешь болтаться. Нужно последний рывок сделать, получается, к этому току. Ну, постараться, это не всегда просто, но нужно пробовать, как бы. Так, ну что ж, 172-173. Ай, браток, ошибается, либераторами с контролем разложил, прям под сталкеров. Что ж ты делаешь-то, Паша? Вот чуть бы получше подрался, вообще ситуация иная была. Здесь имморталы, здесь 4 колосса, здесь очень тяжелый миг, здесь архоны с гвардиан шилдом. Это все под корень, это ГГ, ребят.
потому что на муви слился Паша. Вот ходил-ходил, пока я в чат смотрел, Паша умудрился на муви слиться. Сейчас я создаю вторую карту. Так, риф у нас вторая карта. Глубоководная, да? Да, так она и есть. Пилю хост. Лучше спешить, потому что у нас еще 4 матча сегодня. Я напомню, StarCraft сегодня будет. Завались просто. Вот так вот. А завтра GSL РО 16, первые матчи. Вот. Привет, МС Грейчу. И Гвардианом-то там, я смотрю, сейчас идеально прям стоял. Просто идеально. Так, секундочку. Сейчас Даша звонит, надо трубку взять. Да. Алло. Хорошо, но я не знаю, я сегодня поздно закончу, Машуль, вот, поэтому пузыри, если смогу, то куплю, потому что не знаю, будет ли магазин работать, а завтра пузыри точно куплю. Вот. Ну-ка. Ну, конечно. Да? А вы как погуляли-то? Да. Угу. Алло. До этого-то ж выходили на площадку. Ну ясно. Ну надо ложиться-то. Дай маме, ну, на секунду. Алло, ну чё там? Батон. Ладно, я поздно закончу. Давайте на велосипеде. На велосипеде, может, поеду. Да, игра идет, всё. Потом наберу. Всё, ребят, я здесь, извиняюсь. Поставил вам, чтобы без звука не оставаться. Маша попросила у мамы трубку, у Даши, чтобы позвонить и сказать мне папе, чтобы я купил мыльные пузыри и батон. Вот. Батон весь трезвый. Мыльные пузыри нужны. Вот такие вот дела. Ребят, а здесь посмотрите, что творится-то. Приходит Hellraiser, играет с разведкой, и он сейчас явно понимает, что... здесь происходит какой-то чизончик просто не слабый. И решил Hellraiser что? Что не надо ему сейчас спешить с Нексусом. То есть он просто его отменил, бустанул зелка, а Белончик строит вообще.
Так, да, звук есть, все есть. Опа, и это никакие там не минки дропа, ребят. Это циклоны с реактором, но, как мне кажется, Hellraiser абсолютно верную политику здесь продемонстрировал, заказав 2 гейта. У него будет 3 гейта, у него будет хороший, да, варп для данной стадии, но, как мне кажется, может быть, получше-то было бы роба поставить, а то как-то без имморфов-то печально вот этих ребят всех отбивать. Шею сведет, телефон разговаривает, головой вертеть не сможешь. Сводит мышцы, у кого там не хватает кальция, по-моему, еще что-то там. Вот. А я сейчас как раз Animal Flex купил, глюкозамины для суставов жру. Хочу побегать, начать немножечко, ну и как раз заниматься, чтобы разминка была. Вот то, о чем и говорилось до этого, приходит. Так, Чупаш не хочет захватить Мазашипорта. Три циклона, начинает пилон выдавливать браток сейчас. Падает адеп, падают. Сталкер, куда там лезут циклоны этим? Ну что ж такое за контроль-то ужасный? Три КСМ-ки приехало, пилон выдавливается. Ну с ХГ-то на ХГ-то не зайти, блин, никак будет, Паша. Или зайти. Здесь уверчаш. О, не, зашел-то зашел. Ну а дальше что? Дальше ничего. Сталкер спускается вниз. Ну с починкой даже два циклона этих сталкеров сможет пошатать. Да, варп с энтри, с энтри. Погодите, один гейт был не открыт, это косяк был вообще. Просто в наглую, смотрите, что делает Hellraiser. На пилоне, который у него стоит около протца, он делает сейчас гейт и собирается пушить дальше. Да, варп с энтри. Блин, и сейчас если браток полезет опять наверх, он опять, короче, сольет циклон. КСМ-ки поперли. Куда они поехали-то? Нужен скан. Нужно что-то, что подсветит вообще здесь ХГ, а нету старпорта. Ну и в лоб один филд, и все, и в лоб не продавить вообще никак. То есть это стандарт старый, как там 4 ВГП отбивалось, и не только. То есть браток завис на этом пуше, 2 КСМ уходят назад, и проблема в том, что и дома-то как-то нужно будет отбиваться сейчас. А как дома отбиваться? Ведь сейчас пойдет уже варп сюда. Гейт открыл сейчас. Ну сейчас браток с КСМ спалит. Опа, а тут гейт. Одного циклончика просто сюда выслать надо, и все нормально. Так, офигеть, Hellraiser. Смотрите, сколько много его спускается. Уверенно пробревает циклонов. Guardian Shield решает просто против циклонов. Как же он сильный против мариков решает. Вообще без потерь практически Hellraiser здесь выгоняет братка. Пошел. Ох, минка, конечно, прижгла вообще адски. Три юнита убила, все в хлам демедженное. Но дома-то даже отбиться нечем. Здесь уже три сталкера есть. Бункер сейчас упадет, все будет плохо вообще. ГГ пишет, браток. 2-0 Hellraiser, ребят. Интересный был чист, но вот как-то он недоработан в плане подсветки наверх. Ну и не идеальный контроль от Паши, конечно, был. Показалось, что лучше могло бы быть. Но в целом-то он как бы пробил снизу, но себе наверх, потому что делать? Нексуса нет, наверх не зайти просто. Так, где Проксима-то нормально, не? Вот она нормальная. Пилю Проксиму. Ну, браток уже в полуфинале, даже если он проиграет, и любой, кто в этих матчах уже проиграет, он будет за третье место биться. Так, опять надо всех наверх перекидывать. Поехали.
Короче, ливаем. Hellraiser раз забыл поставить. Бывает, ничего страшного. Заново создадим сейчас. Поехали! Пишем GoGoGLGL. Что-то тут, ну, криво захостил просто. Вот. Так, ну что, пацаны, Hellraiser, браток, 2-0 Hellraiser ведет, но он и был фаворитом. Hellraiser четко очень в последнее время играет, ну, постоянно Тонер Чат у топового кого-нибудь европейца забревает высоко на всех там ВУФ-УСКанах, оказывается, и других турнирах. Ну, естественно, в СНГ мало кто из просто сейчас такой уровень имеет, он выбил Стрэнджа. Между прочим, 1/4, который тоже топовый прост. Ну, Стрэндж как-то немножечко последнее время сдал. То есть он меньше тренился, что-то там у него по имени не устраивало, плюс учился, то есть не тренился там целиком и полностью, не уделял время Старкрафту, получается. Ну, вот как-то так вообще. Братка опять через реактор билд, малики ставятся, без рипера, ЦС-шечкой билд не агрессивный. Если адепта Hellraiser строит, с перебором, точка, ну, с перебором на газе рабочих, а вот на одном два. Вот один лишний здесь был, сюда надо направить, пока Hellraiser этого не видит, но скоро заметит вообще. Так, Вердос хотел на DreamHack Валенсию поехать, насколько я помню. Но скоро будет DreamHack Юнчопинг шведский, да, как бы. Я не знаю, кто из нас сюда поедет. Блайт, я думаю, на Open Break стопудово поедет. Поедет ли кто-то еще. Хотелось бы видеть таких вот игроков, как Hellraiser Arctur на таких мероприятиях, потому что вот им как раз опыт нужен игры на ланах. И это будет решать перспективу. Илептер поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает: привет. Не могу прям оплатить через Яндекс. Привет, Хеликоптер. У недавно у кого-то такие же проблемы были. У него то ли антивирус там стоял, то ли что-то еще. Вот, но
Прем сейчас нужен для цвета никнеймов в чатике, для смайликов и для отсутствия рекламы, как бы вот. То есть он уже как бы не дает качества отдельного. Вот, спасибо тебе за поддержку. Я думаю, тебе в чатике подскажут. Я не помню, в чем там косяк был, но человек тоже там гнал типа на гудгейме все криво-криво, а потом выяснилось, что сам он говорит, я что-то там натупил, помню. Короче, как-то так. И как раз тоже через Яндекс он пытался оплатить. Не помню, что там прикол был. Гейт Старгейт плюс 2 гейта на второй базе получается. С третьей Нексу ставится. Ну, я бы сказал, это халявный такой опенинг для против, смотрите. Но, брату... Ага, ага, Медивак плюс... Ну, сейчас хорошая ревелэйшн. Медивак спаленный минк, видишь же. Сейчас они сядут сюда, и будет видно, как полетят вперед. И уже смысла нет особо. Спасибо, пацаны, всем за поддержку большую. Вот. Это очень приятно, что поддерживаете. Турнир, помните, тоже поддержать можете. Спасибо за зоргу, мистер Вета. Вчера поддержали, они ништяк вообще. Ну и до этого тоже поддерживали другие люди. Всем громад спасибо. Изерту спасибо вообще за то, что не оставляет Starline. Но я тоже буду, и все будут по возможности помогать. Вот. Потому что все, что у нас есть, это Starline и Астероид Кап на данный момент. Больше особо ничего нет. Но иногда... Но иногда этот, как его... Иногда проводят люди, хотелось сказать, какие-то свои турниры отдельные. Так, браток куда-то залетался тут викингом. Минус викинг в итоге, сталкеры его сбивают. Далековато залез что-то. Минки принимает в итоге Hellraiser. Ну, подропался Паша что-то здесь. И опять какой-то... А, ну, 30 цеха будет. Но здесь уже третий ник. 60-47 там по рабочим. Хотя Паша сейчас подстраивать будет. Там 14 разницы, это не гигантская. Потому что тиран навряд ли будет терять сейчас рабочим. Хотя тут оракулы летают. Может, где-нибудь и нахарасят. Ревелэйшн все время летят. Факта высвобождает место. Это мех, ребята. Понял ли Hellraiser, что это мех? Да, он видит, что факторки строятся. Ну, и нужно при... 8 пробок минут. Хороший врыв геликами. Да на мейн, конечно, лучше проехать. Сейчас не успевает пил построить. Hellraiser поставить. Здесь оракулы. Ну, еще два рабочих сбрил залпом. Здесь оверчаж был, здесь оракул и хз. Лучше было ехать. Здесь Hellraiser, кстати, не лучшим образом реагировал. Но по рабочему итоге вровень, ребят. Но с трех нексусов быстро Hellraiser восстановит их. Плюс он 5 гитов сейчас строит. Роба, конечно, нет. Но, как мне кажется, сейчас может блинк-пуш последовать. Крайне опасный для братка. И ему будет его тяжеловато. Так, здесь викинги встречают оракула. Оракул минус один. Кстати, новенький вообще оракул. Есть туретки по периметру. Вообще пошли везде. Очень вовремя Паша их ставит. Можно рейндж туреткам сделать грейд. Ну вот если ты ставишь на майне по периметру, значит, что никаким образом сюда ничего не пролетит. С этой стороны-то открыто все. Плюс можно на, ну, вот наверху пролететь. И здесь иллюзия защищенности есть на базе, на второй карманной. А может там натерпеть в итоге. Здесь сталкер, тут викинги куда-то полетели. Куда они полетели-то? Ну спалил выход, кстати говоря, браток сталкерами. И самое главное, еще и викингов не потерял. Здесь есть минка, здесь есть танк. Здесь не пробить в лоб будет, на самом деле, сталкерами, я уверен в этом. Может быть, вот сюда пойдет Hellraiser, пробьет камни, попытается подшатать. Наверное, да, так он и собирается сделать. Но можно будет делать что? Здесь один танк оставить. Здесь бункер бы не помешал его, на самом деле. И по остальными юнитами идти сюда отбиваться, получается, в тылу, там, карманную эту базу отбивать, что Паша и делает. Танчик один здесь на краю разложить. Викинг наглухо летает, а? Ну и все, один танк есть. Здесь уже тяжело будет зайти. Но вот эти камни пробиваются, это вообще нормально. Так, вот сюда танк. Один сюда и один куда-нибудь сюда. Я такой, три танка, которые вот это все направление простреливали бы, получается. Так, там что-то КСМ-ка ездит, гуляет. Сверху есть танчик. Hellraiser заходит сюда. Будет блинкаться под танк.
Defense Drones. Нет, дружочек, тут Ратл говорит, что не надо так нагло. Ну вот этот-то куда выехал на халяву? Вот сейчас можно было подняться и сюда. Здесь танк очень удачную позицию имеет. Нужно еще вот здесь один, который вот эту рампу будет обстреливать, и все. Но самое главное, что Паша живет пока что. И Hellraiser его не пробил, но у него прям очень много сталкеров делается. У него две фаржи работают, но у братка тоже две армори работают сейчас. То есть мех будет очень грейженный в ближайшей перспективе. Понятно, чем ближе к 200 мех тирану, тем ему проще, потому что он может растянуть немножечко своих юнитов, разделить, я имею в виду. Растянуть, получается, оборону. Там пару танков, здесь пару танков. Минки окопал и каким-то кулаком там вперед, например, пошел. Плюс уже там ресурсы начнут копиться, можно будет планетарки поставить. Но Hellraiser приходит и не будет 2-1 у братка. Потому что одну армори падает, вторую армори тоже может сейчас упасть. Но очень сильно решает Defense Drone. КСМ их 13 тем временем Hellraiser же выбил. Он что, голыми сталкерами собрался убить братка, да? И ведь успешно сейчас может это все произойти. Потому что здесь танков не оставил. Вот бункер нужен, и хотя бы один танк. Там бункер, танк, минка, все вот за блинк. И уже не пробить сталкерами этими. 135-130 по лимиту. Там третья атака уже у Hellraiser. Хорошо, здесь хоть вторая у братка выжила атака. КСМ их 39 уничтожено. Просто катастрофа с экономикой происходит. И сейчас сталкеры их пил там за блинк. И вот здесь тур один есть. Кстати, если его вычинивать, он один теоретически мог бы справиться. Но его Паша не вычинивает. Он пошел всеми сюда. Ну, потому что вот танк стандартная позиция. Торы там уже бы не так бы было бы. Там один тор-то дэмэдж нанес, а вместе с танчиком вообще неплохо было бы. Призма минус. Может, имеет смысл контратаковать идти? Да нет. Сколько гитов? 8. Да, там хороший даварп. И куда там контратаковать? Ну, бегать зад-вперед, когда тебя так унижают, тоже не вариант. То есть это уже какое-то... Какая-то печаль, это либераторы падают, Рейвена сбивают, Hellraiser, ой-ой, две атаки, быстро там Рейвена сбил ночью. Причем викинги-то без грейдов на атаку получается, им воздушные нужны. Здесь Hellraiser приходит, проатаковал, ничего не сделал, все, вот сталкеры свою функцию выполнили, они уничтожили экономику, и все, несмотря на то, что потери у Hellraiser не намного-то по ресурсам меньше, чем у братка, у него экономика просто жестче намного. 65-36 на 30 рабочих разницы, 3 базы в 4, и он сейчас и 3-2 грейды делает. Он сейчас может и Мортлов масть. Можно тут даже, например, заказать Флит Бикон, сейчас второй Старгейт, даже 3, даже 2 Старгейта, с 3 Старгейтов, Темпестов, Карреров попробовать выйти. Потому что еще есть сталкеры, которые им вообще в лоб не нужно драться. Это один из стилей игры против меха. Который я тоже любил он раньше против Гуди какого-нибудь там поиграть. Он проще, чем в лоб убивать мех. Там одна ошибка и можно прогореть. Нормальный мех-тиран, он понимает, как на обороне драться, понимает контратаковать как. А вот с разменом ничего не сделаешь. То есть либо черепашь и двигаться там четвертую базу занимать, либо ты, если выходишь, просто сможет в размен пойти. И нечто подобное, как в первом Старкрафте, может произойти, что тебе, например, вынесут там вторую мейн, пройдут, а ты вот где-то здесь там отстроишь новые старгейты, по чуть-чуть выбьешь все противовоздушное, что есть у тирана викингов, и там пару юнитов тройку вылетит, убьет. Если уметь играть в размен, это всегда против меха эффективно заходит. Ну, Паша третья атака делает, грейды неплохие. Ну, экономику надо... Гайте, Паша вообще... Нет, строй по 4 КСМ, конечно, 30 цехи. Ну, блин, затормозился выход в ЦС-шечке. 3 часа нет, золота нет, на хоть золото брать, я не знаю. Причем желательно планетарка, чтобы это было, была, потому что ЦС-ху 4 направили точно не прикрыть. Вот сейчас куда викинги улетели, непонятно. Сейчас на халяву сталкерами заметит, если Hellraiser... Вон они... Ё-моё! Викингов замечает, сейчас если агрессивно блинканется, может и прогореть на самом деле. Ну, Паша ошибается в контроле, два викинга на халяву отдал, Hellraiser, ё-моё, 5 арконов, 4 иммортла, сталкеры, братка недостаточно, даже если викингов посадить, здесь юнитов мало будет, агрессивные блинки вперед идут, минки делают залп очень неплохой, но этого все недостаточно, Hellraiser разрывает здесь, братка армию просто, ну, наверное, лучше было выйти сразу тогда, после того, как
более-менее стабилизировал ситуацию. Вот Као здесь, браток, гонялся. И вперед пойти. Ну, там тоже опасно было это сделать. Ну, и на 150 лимита тоже выходить. Непонятно, зачем куда-то здесь. И сейчас было. В итоге Hellraiser дает лоб. 139-102. Браток пока терпит. Но архоны слишком жирные. Морты и МП нету. И все печально. Ну, плюс к 200 лимиту ближе тиран. Зачастую, как стрелок делал в свое время. Как каверс делал и делает, видимо. То есть сейчас еще рейвены очень эффективны в мехе. А можно ведь еще... Ну, против проскоши не так, там фидбэки. Там фидбэки, там блинки, как бы, ну, в армии все равно не полезны. Ну, можно добавить несколько ЕМПшек, и все это без полей будет ходить. С нормальными грейдами тогда вообще жестко будут выпиливать. Блай против Арктура. Следующий матч. Так, где Мэджик-то вообще? Сейчас, погодите, я что-то Мэджика не вижу. Так. Что это за секью? Что это? А, сек... Так, секвенсер. Проксима. Пацаны на новых готовы играть. У нас такое необычное, что и новые, и старые карты используются сейчас. Поехали, короче. Говоря. Создаем Арктур Блай. Нужно спешить, потому что у нас еще 2 бо 5 и бо 7 будет еще впереди. Кто-то не жмет готовность почему-то, не знаю почему. И мне надо стрим, кстати, переименовать. Я про это совсем забыл. Так. Так, поехали. Ну что, Арктур Синий Тиран, Блай Красный Зерк, экшон продолжается, погнали рекламку пильну, ребят, спасибо всем еще раз за поддержку большое, вот, продолжаем смотреть мы StarCraft. Так, ну что, Hellraiser 3-0 у нас, ребят, победил. Скидываю сетку, дублирую вам. Еще разок, сейчас я на секунду отойду. Чай что-то проситься начал активно. И минута, короче, ребят, минута.
Все, ребят, я здесь. Так, ну что, Блайчик играет пул первый на секвенсоре. Пул первый, хата, потом газ, соответственно. И 6 собак заказывает он, то есть будет забегать к Артуру. А Арктур что? Арктур рипером тоже пытается облететь, так как Блай бежит. И, кстати говоря, возможно, примет этих собак. А Блай писал, типа, вот газ как-то там угадывает много, у меня задержки не было. Ну, так и Арктур угадывает, вот, пожалуйста. Или не угадывает. Не, практически направление угадал, но точно собак не принял. И это очень печально для Артура. 6 собак с цеху, потому что отменит. И это очевидно сейчас становится, что они отменят эту ССР-шечку. Вот они оббегают, дольшкой же бежать. Тут много очень направлений, где можно полетать. Где Риппер-то, кстати? Пролетает нам и здесь королевы еще нет, кстати говоря. А ведь ЦЦХ почти готова. Была. Будет КСМ и Картур. Марик один есть, единственный. Ну надо сейчас Мариком протянуть время. КСМ-очку поставить туда, чтобы добывала она. Ой, чтобы она пыталась достроить, получается. Одной надо достроить. Здесь Мариком Артур пытается законтролить. Мариком контролит очень неплохо. Здесь катит. КСМ-ками только четырьмя. Не надо с тремя собаками пилиться. А где Риппер-то? Летит, родной. Рядом он, недалеко здесь. Все, Марики вышли. Блин, минимальные потери. Для такой ситуации минимальные потери Арктур понес сейчас. Орбиталку делает, все делает. Выиграет в Steam и в дроп 16 Мариков получается. Да, неправильно Аник написал. Все, сейчас переименую. Еще раз. Переименовываю. Спасибо за информацию. Я что-то не обратил внимания даже. Королева успешно создана. Все, теперь никнеймы точно правильно написаны. Третью хату Блай уже ставит. Ставит он на базе, в которой 6 минералов и газ. Неполноценная база на этой карте. Она, ну, хоть начать такие карты вводить, чтобы базы не одинаковые были. Это прикольно. Тиранс Мариков готовы сейчас полететь вперед. Ну, для начала надо вот что сделать, овера этого сбить, получается. Что Арктур и делает. Овер сбит. Так, еще на третьей базе есть овер. А нет, даже 15, погодите, Мариков, да? Да, 15, одного только места нет. Здесь две инженерки заказаны, опасно, конечно, в рампе их всех делать. Вот третья цеха пошла, которую Блай прекрасно видит. Задача дропов сейчас держать Блая, в общем-то, некоторое время. Кстати, у Блая вообще собак нет. Охренеть, какой Блай вообще халявщик, а? 5 королев, все, что есть, реально. А как он отбивать-то будет дроп этот, я что-то не понимаю. Артур прилетает, дропает, собак нет, ни хрена нет. Овер минус сейчас, собак уже, там дрон какой-то минуснулся. Все, Марики дропнули, Steam-то есть. И чё? Артур Блая боится, это видно. Сейчас, ну, потому что здесь можно было на самом деле извлечь пользу столько. Просто простимиться, можно хату вот эту было убить, попробовать даже. Но Арктур не... Ну, то есть он... Хотя, с другой стороны, он понимает, что у него ЦЦХа третья ставится, он пытается, типа, надежнее действовать. Но надежнее это не значит не использовать моменты, когда тебе дают. Ну, сейчас, что это такое? Хотя... А, здесь много собак. Мне показалось, тут поменьше собак. И
Мне казалось, что Артур сможет их сбрить, в принципе, Мариками. Может быть, он бы их избрил бы, если тогда бы чуть покатил бы, немножечко отошел. Пускай они сразу же окружают, а, конечно, ничего не сделать. Если ты хоть чуть-чуть катишь, там они только часть армии окружают, то, в принципе, Марики всегда размениваются хорошо. Вот третий медивак прилетел сейчас сюда. Это в стиле красноречно. Бьян любит, такой Тивай любит такие вещи делать, но... Обычно там плюс 2 медивака полетает, 4 давят, там 30 плюс мариков. Здесь же в итоге получается 17, то есть всего, и это немного плюс рипер. Загружается Артур, марика рипера отдал, в итоге 16 только улетело. Два все направления понимает, на которые Артур дропается. Нужно загрузиться, улететь дальше. Влачные хаты сейчас получается, по катушке делаются. По грейдам Блай чуточку впереди по таймингу, но в перспективе Артур нагонит. Дома что у Артура? 1-1 доделает, третий цеха раскачивается. Бараков 8 сейчас заработают, но правда вот на этих реакторы нужно запилить. Сейчас будет. Главное не законтраливаться Артуру, но макро у него, насколько я вижу, не проседает. Единственное, Сарвари немножечко подзавтыкал. Здесь вот без реакторов бараки строятся. Вот дроп на четвертую базу. Артур пытается выпилить хатку. Ведь выпилил Блаю хату и улетает. На 8 маликов, в принципе, сколько там погибло. Размен неплохой. Причем хата-то там, которая нормальная. Вот здесь один газ, это хата-то не. Ну там и газ, правда, не добывалось. Вот. Так, здесь контролит, дропами улетает. Еще один дропщик летит на Ксилнагу. Надо выпиливать собак. А потом куда Артур полетит? Ну, он просто на мую пойдет, видимо, к тому дропщику. Да, одного Марика оставил. Реактор так и не впилил, рабочий так и не направил. Контролит очень активно. Кстати, контрола вот у Артура. Где у него основная? Основная вообще не биндится, биндит только дропы. Цехи там на 0 на 9. Все вместе на 8. 4 факторки. 3 бараки, 5 старпорт. На углая Ctrl 1, там все, Ctrl 2, отдельно беллинги, королева 4, 5 хаты, ну увидите все бинды. Углая все кнопки вообще используются в биндах. Ну, против покатушек уже не пофокусишь. Хотя можно, ну, то есть нужно видеть заранее беллингов, чтобы их фокусить. Когда они из темноты выбегают, тяжело очень именно прокликать, успеть. Янчик успевает иногда. Ну, и то он, как бы, обычно, ну, пару фокуснул, загрузился, улетел. Примерно тоже сейчас, что Артур сделал. Медивак здесь отдался один. Артур улетает, короче, везде, 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 везде. Блай готов встретить. Минки здесь не убивают, по 30 собак, как касса Минка сегодня, одна 32 собачки за выстрел убила. Когда Блай на мейн отбиваться прибежал, ну и Блай стабильно больше по лимиту. С Димагой Артур все игры вообще по лимиту впереди шел, то есть грамотно развивался, получается. Здесь же нет, такого не происходит. Плюс мутка, к которой Артур не готов. На бараках вот перехвалилось, что на бараках так реакторы здесь и не запилил, в итоге продакшн-то мог бы быть больше. Если плюс 3 реактора, это плюс 3 марика, еще в продакшене было бы. И нету туреток. То есть, если сейчас Артур этот выход, допустим, теряет, Блай начинает муталисками шатать, то ему особо нечем встретить их дома. Ох, беллинг-бомба была от Блая, сейчас все пропустил. Но тут не прям не... У марика 10 взорвалось точно. Прирост вперед, почему-то Артурчик не ведет. Ну, по крайней мере, старается дропаться везде. Здесь минки можно было бы, раз уж такой мультитаскер, перекопать бы минеральную линию. Но он там о них пока забыл просто. И здесь 9 медиваков, которые ничем вообще не прикрываются. То есть нужно отсюда просто сваливать. Ё-моё, как по муталискам прилетела сказка о потерянной мутке, но в уменьшенном таком варианте 7 муталисков. Здесь минус было. Но все равно жестко минки сейчас по мутке ударили. И здесь везде, везде есть беллинг-бомба. Артур, Артуру нужно сканить, быть аккуратнее. Вот скан пошел, чувствует, что Блай мог на рампе что-то вкопать. Действительно, Блай вкопал сюда 3 беллинга, которые могли бы взорвать тут
Да, они половину мариков легко могли взорвать. Здесь скан идет, ну, по направлению угла эти беллинги не попадают, но тут только если Артур отступать будет, может на них попасть, получается. Успевает везде Блайхата отменять все время. Это, конечно же, хорошо. В этот раз Артур и прирост вперед ведет. 130-129 по лимиту. Да, конечно, у Артура нет такого преимущества, как над Димагой в выбегах тех, но он вполне уверенно отыгрывает. Можно это сказать с уверенностью, с высокой. Конечно, первая игра пока что, поэтому не со 100% просто с высокой. Так, с тыла Блай пытается забегать с двух сторон. Атака идет. Тут это минка выносит 29 лингов, но Артур окружен и некуда здесь сплитить, некуда. Куда медиваки-то летят? Сейчас всех потеряет медиваки, Артур. Вот это глупо. Ими, конечно, надо было к дому лететь. Вот эта ошибка была, которая стоить будет игры Артуру. Если бы эти медиваки улетели, здесь какой-нибудь прирост есть, и можно было бы еще тут биться. Но он зачем-то сделал мук сюда, в эту сторону. То есть, получается, дальше от своего прироста и к Блаю, базе ближе. Конечно же, Блай муткой словил, плюс буст-то кончился. То есть, если бы сюда летел, хоть и медленно, они бы двигались в направлении безопасном. А там они оказались без буста в тылу. Вот био-то есть, то все, лечить нечем. Медиваков ноль вообще осталось. 3-3 делают, сейчас могло бы быть тайминг там 3-3 в 2-2 хоть некоторое время. У Блая хайва нет. Но в итоге Артур просто-напросто слил 7 идиот. Блин, вообще печально слил сейчас. И вся, ну, тут интрига пропала. Кстати, лаборатории на тех бараках, на которых пестроек не было, добавил Артур. У него 4 реактора и 4 лабы работает. 4 мародера, 8 мариков в продакшн был у него. Теперь уже нет, к сожалению. Здесь планетарка еще не готова, но строится муткой, пытается Блая полететь. Что, вот туреток не было, все, все силы были в атаке у Артура, и дома он как бы, ну, не готов к мутке до сих пор был. Если бы он медиваки не слил, то он бы, может быть, давление продолжал, и мутка бы не зарешала. Но в итоге медиваки Артур слил, мутка выбивает туреточки две строящихся на третьей базе. Ущербной базе под мейном по находящейся четвертую линга Беллинги сбривает 90-170 по лимиту. Это уже 1-0. Здесь уже было не остановить. Легэ пишет Артур. Вторая карта нам нужна. Ну что ж, если Артур проиграет, то тогда мы получим зеркалку в матче за третье место. Конечно, ну, лучше бы это была не зеркалка. Ну а что делать? Победит тут сильнейший. И видно, что Арктур хорошо держится, но все-таки Блай на опыте, да и он сейчас сильнее. Так, Проксима, что-то я не вижу. А вот она, Проксима. А, она снизу была, точно. Вот она снизу, поехали. Проксима, вторая карта. Ждем, пока все зайдут. Всех туда передвигаю я. Все, все готовы вроде, поехали. Так, 1-0 Блай, это бы 5, ну вообще первая игра дает надежду на то, что здесь хоть не в суку, не 3-0 будет. Хотя игры могут быть подобные, но 3-0. Ну лучше подобные игры и 3-0, чем там 5 игр с чизами быстрых, как бы. 5 быстрых всех тоже быть. Нет, может, конечно, быть, но редко так бывает. Вот раз Блай 17-ю хату ставит стандартную, как вы видите. Арктурчик играет газ-барак. То есть в раннюю факту и рипер после рипера ЦЦ, соответственно.
разведают у нас Артур. Блайм лучше разведать, на самом деле. Вдруг там собаки побегут, вдруг еще... Тем более Блай очень любит играть там Роуч Ворон с Мейна с двумя газами. Самый такой улыновый, когда просто без королевы там все делается. Лишь без королевы, но в ущерб на второй базе. Потом-то королева добавляется, ущерб королеве. Либо ставя хату вторую, вот капу доделать, сразу Роуч Ворон поставить, тоже подкушать. И чтобы это контрить на корню, лучше просто КСМ-ка разведывать. Я думаю, именно поэтому Артур вперед идет. Просто либо под Блая заранее надо подстраиваться, так как готовиться, но там можно в экономике просесть. Лучше разведку сделать, конечно. Так, то кого-то дропает сейчас. Зерк. Что-то зерк там шаманит по ходу дела. Так, нет, на турник не ходил сегодня. Хочу сходить вечером, но завтра тут стопудово пойду. Поздно просто сегодня, может, закончу. Плюс я слышу, там дождь капает. Я на велике хотел быстро там на магазин съездить и на турник, но походу непонятно, как будет. То про Цинетик или Зерг Имба. Про Имбу я уже все всегда говорил, что как мы выяснили формулу, Имба Тараса, против которой ты играешь. Обычно у нас так, особенно в СНГ у нас вот. Какая бы ни была статистика, кто бы не выигрывал, ну, даже без изменения баланса будет кто-нибудь ныть всегда про его. Причем даже от статистики не зависит это все. Многие люди считают, что почему-то баланс должен делаться для драк металлических лиг там как-то. Вот. Хотя очевидно, и всегда я объяснял, что баланс — это тогда, когда все делается практически идеально, все практически равно. Вот тогда баланс получается. Естественно, если вы там где-нибудь в платине, в алмазе или где-нибудь еще не можете кого-то выиграть, не значит, что плохой баланс. Значит, просто вам нужно на более высокую планку выходить. Вот и все. Ну, корейцы тоже там некоторые поныть любят, как бы. Некоторые в шутку, некоторые серьезно. Innovation там что-то прикалывался, что это Dark, ну с Dark'ом когда играл, помню, этот шоу матча GSL там, что типа Зерги там имба, хотя как бы шатал его там, ну там много всяких моментов. Так, ну что я зарассуждался по игре-то, нужно посмотреть, что происходит. Два гелика у Арктура, треть ЦЦха, стимпак пошел, в этот раз не передроп Мариков бил. В прошлый раз передроп, считаю, не реализовал. Артур-то, а у Блая были только королевы, но он решил надежнее сыграть. Привет, Зики. Естественно, чередую. Сейчас я ничего уже... Месяц уже я ничего не чередую. Кроме того, чтобы лениться стримить там или не лениться, как бы, ну... .45-45 по рабочим, ребят, Блайчик четвертую ставит 9 часов, а Арктур морфит третью ЦЦху, получается, он делает орбиталочку, сейчас она вниз полетит, но пока что проседает по экономике, еще это не показывается, здесь боевые лимиты, странно даже, такой тип карты по ходу дела создался. Прилетает Банша, и Блай, посмотрите,
Блай просто не ожидал Ваншу на такой стадии, спорок у него нет. Где Оверсир вообще, где он морфится там? Оверсир-то вдалеке вообще морфится, здесь еще навыпиливают Арктур дронов. 8 уже выпилил. Улетает, чем прямо навстречу Оверсиру, то есть Арктур Ваншу спасет здесь, это очевидно. У Рейвена сейчас 50 будет, можно сюда будет автотурельку кинуть. Еще одна Ванша к 4-й базе залетает, лучше бы невидимость здесь пораньше немножечко врубить. Ну, что Блая там спорки нет, но Арктур прям наглую здесь летит. Навряд ли он там навыпиливает много в такой ситуации. Но, по крайней мере, по лимиту он уже в плюс вышел. Вот она, Банша прилетает. Арктур, контроль же ее, черт побери. В это время автотурель на 3-й базе 2 дрона спиливает. Здесь Баншой начинает контроль. Чуть бы раньше начал бы не 2 дрона, не 3 бы вырезал, а штук 6, наверное, потому что спорка еще не готов был. Можно сюда залететь, здесь тоже халявный дрон и халявная спорка. Вот же он катается, Артур. Ну, тяжело в 3 точках контролить, это очевидно, да, как бы. Ревен и Артур контролит автотурельки, ставит. И там Банша висит, здесь Банша висит, у Блая аж 2 спорки здесь заказан. Он боялся за рабочего, этого заказал. Трёх Блая в плюсе по экономике, но лимит-то будет, смотрите, 43-20, Артура в 2 раза больше. Сейчас он полетел дропом, то есть можно сейчас дропнуться, пока крипа нет. Да, он прям сюда летит, правда, овер. Нет, овер, кстати, не заметит, скорее всего. Здесь стеночка, здесь депошечки, здесь расширяется продакшн. 5 бараков сейчас заработают, в перспективе 3, 2-2 здесь надо делать. У Блая уже давно броня вторая делается. Банша почти что хату убивает здесь. На мейне Банша не летит вперед, ничего не делает. Можно, кстати, вот этой Баншой было бы залететь куда-то сюда, на вторую здесь зависнуть. Ну, тут это очень много надо мультитаска, чтобы там и здесь законтролить и дропнуться в итоге. Так, на хату Артур заходит. И какая хата-то? Можно и королеву выпилить, и хату. Ну, Артур выпиливает хату для надежности, потом королеву отфокусил. Просто опенфестеры хорошо как стояли они. В таких ситуациях иногда лучше потратить скан. Хэппи никогда в этом плане вот не жалел. Ну все, у него весь упор был на контроль. В отличие от Касса, который, наоборот, сканы там очень скупо кидает всегда, но зато у него макро просто адская. Ну, можно это ведь и совместить как-то, да? Ну, а с контролем Артура ему, да, ему нужно вижена больше всегда, потому что в плане контроля у него неплохо очень. Плюс уровень, конечно же, будет расти, потому что я не знаю, сколько точно, говорят Артуру, там 17 лет там были версии, что еще меньше, как бы, ну, в Москве вроде как. Хотел он в Warcraft прийти, потом не пришел туда, ну, может быть, в следующие разы. Я лично не видел. Выпиливает Банша, нет, не выпиливает, почти выпилила королевку здесь на второй базе. Ну, она очень полезную большую функцию выполняет. Смотрите, здесь собаки вперед не бегут, ничего не бежит, а Артур выход делает. Вот имеет ли смысл пробить здесь камни, отсюда уже давить или через центр? У Артура в миксе одни марики, это, конечно, проблема определенно создает. Здесь ультралы уже полезли, и до уникального грейда очень прям мало осталось времени. Ну, тут дропчиком Артур напрягает ТУ. 3 медивака на мейн полетели. Ну, ультра здесь, она вся рядом, в центре находится. И двойной дроп. Вот, смотрите, вот Арктур, вот это уже реально уровень. И Минка убивает свою Баншу, но это мелочи, это у каждого могло произойти. Уровень в чем? Идет выход с 5 медиваками. Просто Артур моментально загружает 3 и 2, как бы. Одна часть на мейн, другая на четвертую. И успешно очень давит здесь он. Четвертую базу. По крайней мере, он должен. Вот эту хату он точно заберет, Артурчик. Забирает хату, Минка залп, минус там. Минус Минка в итоге. А так только по ультралам, по-моему, она дэмэджа нанесла. Ну и все, Блай на 3 базах сидит, Арктур 4 уж золото берет. Здесь камни надо выбивать, как все пошло-то на муви там бежит. Да, вот, пора камни выбить, конечно. КСМ-ки уже быстрее обойдут и так. Здесь все надо взять назад, и нужно просто гастов и либераторов добавить туда и контролить нормально. Что еще не хватает? Конечно, 3-3 надо заказывать на такой стадии, когда у Зергу уже там ультра, нужно максимальные грейды на био. Привет, Китер, привет всем, кто недавно подошел, пацаны. Всех рад видеть. Артур против Блая, второй полуфинал Старлайна. Далее матч за 3-е место, где ждет своего оппонента Браток, который проиграл Hellraiser 0-3. К сожалению, для тех, кто братка поддерживает. Но Hellraiser сейчас очень силен, ничего не скажу. Стал.
ну, очень силен, ну, кто-то скажет, громко сказано, да, но очень силен для СНГ, точно очень силен, а вот для... для Европы просто силен, наверное, будет, да, сейчас. Вот 200 лимита Арктура сейчас, смотрите, на боевые. Надо что-то с Блаем делать. Но он предпочел... кстати, вот... Вы помните, у Арктура в никнейме было TYTY, типа, вместо команды сейчас HTT у него. Вот это вот, конечно, чушь полная. Блин, нам у нее не пришли сюда, жесть. Вот, но... я вижу сейчас явный момент такой, что Арктур фанатит TY, видимо, его стилем. И явно тут он играет то же самое, что TY отыгрывает. То есть другие тираны попытались бы, например, зная, что там хайф, закончить все пораньше, как бы, да, и попытаться добить. Арктур же начинает масить гастов, делает 3-3, масс ЦЦшечки пошли, то есть макро, либераторы. Он играть самый лейт хочет в лайм. Приятно смотреть, что у него получается. У него 200 лимита было только что. Но это требует гигантского контроля. Но на самом деле это практика. И на будущее это в плюс Арктуру пойдет. Таким образом играет TY. Как бы, не один TY, некоторые другие. Там и Life подобное тоже пытался. Но именно вот TY уже сначала лот вот так отыгрывал. То есть он... нет, конечно, он и пушит там всякие идеи. Но есть у него и такой вариант развития игры, то есть просто он занимает базы, делает макс грейды, там на здание грейды, планетарки по основным направлениям и микс, который в лоб тяжело пробить просто. И в итоге приходит с либераторами, пытается задавить. Но вот сейчас Арктур пришел, и у него не весь боевой лимит даже здесь находится, по-моему. А где у него весь? У него вообще, потому что еще 20 лимита свободных, их надо достраивать просто и пытаться. В это время Арктур пытается шатать, Блай прекрасно видит, ультралиска подконтроливает. Здесь Блай атаковать собрался. Да, собрался Блай атаковать. 4 автотурельки Арктур ставит там в тылу против ультралов. Не 4, 2, прошу прощения. Я думаю, сейчас он все сразу выставит, все не стал выставлять. Но золото Блай сбривает, 200 лимита вышел, плюс 3 либератора. Что нужно здесь? Нужно, во-первых, начинать делать апгрейды вот на что в арморе, на воздух, на атаку либератором. Потому что попет еще им дается, это очень хорошая цифра, естественно. Плюс нужно сделать им уникальный грейд, поставить Fusion Core этот. Сделать грейд на рейндж либератора. Тогда это усилит микс еще очень серьезно здесь. Так, либератор разорван. Снайпершоты по ультралам пошли, гасты подставляются. Есть ли у них невидимость-то? Я вот что... Как же Артур здесь затупил жестко. Либератор в лай отсек. Гастов отбой отсек. Ну, гасты пока живут, здесь вроде как планетарку отступил, по лимиту пока еще не катастрофа, но гастов-то сверху обведи, ведет в тыл опять, что Арктур творит-то, либераторы на муви сейчас сливаются все. Гастам поэтому невидимость делают на таких стадиях, чтобы их просто не сливали в хлам, такие юниты. Так, гасты сзади подходят, Блай не видит гастов. Сейчас заметил, просто Арктур, ё-мо, как я перехвалил Арктура, короче, ну, перехвалишь, сразу начинается херня какая-то происходить. Здесь забегание от Блая идет. Забегание Арктур не держит, 16-17 рабочих минут, сейчас еще на мейне погибнут. Просто вот реально, ну, это на опыте. Увидел Блай, тут сможет наломиться, Арктур не законтролил. Просто если были бы нормально либераторы разложены, гастами снайпернул бы, у него микс-то, который Блай убивал вообще нормально, на самом деле, был. Не хватает немножко все-таки контроля. И даже в этой ситуации, будь у Арктура инвиз у гастов, у Блая, у версиров до сих пор нет. То есть он мог прямо в бою врубить инвиз. Да, там были, возможно, микозы, я уже сейчас точно скажу. Один инфестор точно там был. Но всех и не накроешь одним там этим микозом. И можно было бы просто-напросто снайперить из инвиза, там, я не знаю. Или, по крайней мере, по ним выжили. Опять Арктур кофе ломится, опять армия. Ну, вот опять гасты вперед био идут. И опять они без инвиза, и опять Блай пробивает. Здесь уже микос есть. Не, это 2-0 в пользу Блая. Ошибка контроля была очень серьезная от Арктура. Ну, есть что дорабатывать. Вот это минус этого стиля. Здесь надо быть внимательным всю игру. А особенно быть внимательным, когда ты выходы делаешь всем лимитом. Потому что Зергу-то что, там микос попал, ультралы на пике пошли, корабторы полетели. То есть, если либераторы вовремя не разложены, гасты не снайперят, там все
Все части армии Зерга эффективно дерутся. Корапторы сливают либераторов, гасты поставляют, снайпершотов нет, и потом те не установиться так быстро просто. Вот и все. Так, какая у нас третья карта-то? Высадка защитников у нас третья карта. Создаю. Так, Арктур против Лая. Готов, Арктур. Все, поехали. Третья игра, может, она решает быть. Так, ребят, напомню, что Starline Star... Блин, сейчас, ребят, подлагает немножечко. Точнее, подлагает у вас раньше значительно, потому что я восстанавливаю вкладки, я слишком ОПМный какой-то оказался, я закрыл нахер все вкладки, короче, свои. Вот. В том числе и с чатом. Все сейчас должно... Точнее, у вас уже там было, были лаги. Или они потом передадутся? Да, наверное, чуть позже. Сейчас жалоб вижу. Нет, Блай 2-0 повел, ребят. Ну, Блай против Хеллрейзера финал будет прикольный. Хеллрейзер любит Скайтоса. Как Блай будет его ломать, это вопрос хороший. ТВТ Арктур против Братка тоже очень интересно. Ну, хотелось бы не зеркалок. Арктур Хеллрейзер тоже интересно бы, конечно, было, но... Не знаю, пока 2-0 Блай ведет, и это я никак изменить не могу. Пока что звук идет, то есть у меня микрофон на вебке, ребят, как я и говорил. Вот. Мой там в Москве в сервис Кайна Стримфест ездил, сдал, пока чуть не звонят. Наверное, в конце недели сам наберу, спрошу, что там. Там до 30 дней, вообще как бы быстро, ну уже как они говорили, сколько обычно, так уже должны были позвонить, не знаю, что там за прикол с ним, вот. Улучшение командного центра завершено. Так что если по звуку, да, сейчас звук кривой, тут ничего не поделаешь. Ну а пока третья игра, Арктурчик Блай, дальше матч за третье место, Арктур против Братка будет, у нас ТВТ получается. А нет, чё я Арктур уже повторяю, я что-то по Фрейду, да, как бы оговорочку. Нет, еще пока не факт, конечно, но что с 0-2 Арктур закомбэчит, у меня... Конечно, честно говоря. Так, погодите. А, прилетел Арктур, спалил, что у Блая хата поздняя. И подстраивается, смотрите, подстраивается под роучи. Под... Вот он, реведжера видит. Артур, уходи рипером-то. Берет рипер, отдает. Ну что, блин, за... Все вроде нормально, здесь собаки, потому что забежали. Но Арктур делает бункеры, Арктур делает мариков с циклонами, все он это отобьет. Скорее всего, но камни-то уже поздно пробивать, это очевидно. Хотя циклон сейчас выступ, у него 3 брони. Да нет, даже с циклоном, скорее всего, не успеет Артур. Хотя на грани тут будет этот момент. Может, имеет смысл их допилить до конца, эти камни, получается.
Так, фаербул падает, два Марика минусует, Арктур Блаф. Ну, Роуч уже с другой стороны, точнее, Рэва драпует. Фаербул идет, бункер по бункеру, бункер готов. Все в порядке. Циклоном надо именно вот пытаться этих демедженных Роучи выпиливать. Сам не падает, овер здесь есть. Короче говоря, Арктур-то отбиться отобьется, но Блай уже переходит в макро. Цеха вынуждена была взлететь, и пока Арктур это все здесь выгонит отсюда, пройдет время. Еще вот есть КСМ-ки отдавать и депухи на этих фаерболах. Ничего хорошего вообще Арктура не ожидает. А ведь Роучи еще и в целехоньких реведжеров превращают. В итоге падает депух. Сейчас еще давайте бункер упадет. Сейчас Блай вообще расконтролит все наглухо. Ой, бункер падает. Марики под фаерболы подставляют. Ну, лезть наверх Блая тоже не вариант. Арктур уже плюнул на отлики, вниз пошел. Здесь можно насливать много. Циклоны флам демеджены, ничего не вычинивается. Ну тут Арктур видно. Просто уже 0-2 и все печально. .33-43 по лимиту. И пока жив Арктур. Мимо фаербола, удивительно, как он прошел, еще и реведжером Блайт склона этого выпилил. В итоге ни стимпака нет, ничего нет, да, тут можно оверов принять, или куда там Арктур реведжера хочет поймать. Ну, то есть нечем контратаковать даже, по экономике проседает, по всем параметрам проседает, ничего хорошего из этого. Так, что там култи-култи? Так, Култина на 20 минут отдохнуть, походу, да? А то у него опять началось обострение. Видел своего кумира в чате и... Минус овер, ребят. Ну, тут, да, ублая сафлай блок, ну, посмотрите, на лимиты, на экономику как-то здесь все. Причем Арктур предпочитает не в тимране сыграть, там, а Марика в танке плюс Банша с инвизом. То есть, что, Банша еще сделать вообще хз. Войска Роя атакованы. Эволюционировал. Он пытается Арктур здесь дропами что-то пошатать. Через 5 секунд будет банше невидимость, и можно будет рабочих выпиливать хорошо. Но нужно успеть выпилить рабочих, потому что Арктуру порядочное количество какое-то. Здесь собаки есть, тут забегают под танк, залп. Еще один залп, ну ЦЦ-ху лучше не отдать, даже при этом раскладе, но Банша-то, кстати, эффективно, смотрите, как дерется. 8 рабочих минус, Марики плюс Циклон тоже тут помогают, очень неплохо, Банша вроде как улетела. Здесь везде Роучи Реведжеры есть, лучше не терять, тут медивак, ничего не терять. Ну здесь есть, кстати, еще где рабочих парочку подрезать. 10 Арктур убил, 66-74, по рабам, ну тут ошибочки такие небольшие, но... Все равно нашатал неплохо, и учитывая цеху третью готовую уже, можно продолжать играть. То есть немножечко Арктур ожил, немножечко вернулся он в эту игру. Все равно на самом деле отстает, потому что Блай еще хайф пойдет, рабочих он быстро восстановит. Но сейчас просто танк сюда ближе подвести, здесь будет прикрытие ЦТК, начинать ее раскачивать получается. И в стандарт в предыдущих играх выходить. Ну вот по грейдам проседает Арктур немножечко тоже. Хотя если Блай с одного эволюшена будет делать, то все нормально будет. Ну хайв прям очень ранний. То есть к хайву нужно как-то подготовиться. Но с другой стороны, не особо грейжены ультралы. Они контрятся даже выходом тирана. Био, там Марика, Мародера, Медиваки, плюс танки. Когда их там 6 плюс штук, они с плэшем тоже очень неплохо бомбят. Но если ты позицию нормально не займешь, тебя на мою словят, там как-то, ну вообще тебя флам-то азерт с ультралами разобьет. Плюс, если ты вот этот выход один потеряешь, то все, ты уже отставать будешь тогда, серьезно. Но имеет место быть и так, такие билды, как бы. Причем некоторые из двух факторов билды такие демонстрируют. Тираны корейские.
Здесь двух-то не будет, да и не надо, я думаю, это. Ну, 3 в 3 базы можно биться пока что. Сдаваться точно не стоит. Имеется так. Ну, ладно, Блай харасить не собирается здесь никак. Маркур не знает. Просто все-таки по дефолтной туреточке-то можно было бы запилить. В данной ситуации вообще не нужны закопки, роучи нет заползалок, беллинг дропов не планируется, муталиска была делать, не собираясь. Он просто понимает, что после вот этих дропов и банши Артур там пассивен, он сам раскачивается, он просто и экономику восстанавливает, и в ультру уходит. Все, сейчас четвертая база, вот у него пошла уже, здесь дрон пошел. Лучше это сдать тоже, а то провод переломился, звук то пропадает, то появляется иногда, это печально. В общем, Артур делает выход. Да, как примерно я говорил, 5 танков, но что-то пиво тут вообще нет практически. Но у Влая с другой стороны ультры нет особо. Артур идет на мою, сейчас можно слиться. Микос проходит, ну, кстати, Микос не лучше, он проходит, большая часть мариков живет, реводжеры падают сейчас. Позицию Артур занял, ну вот контрзабегание от Блайн, здесь есть несколько мариков, мародер, собак, правда, очень много забежало. Блайн сразу же танк покусит, но он залп дал, танк свое здесь дело демеджем сделал. Артур ведет вперед танчики, нужно просканить, нужно убить крип, и крип это не скорость передвижения. Блайн прекрасно видит позицию артуровскую. И прирост обязательно надо вперед вести. Но здесь уже ультра, вот, затянулся этот пуш, затянулся. Прироста мало, прирост медленно подходит. Вижен здесь есть, получается. Да, ой, какой микос жесткий проходит, Блай. Словил, ну, потому что Блай внимателен. Крип есть, о чем я только что говорил. Но Артур, он как бы, у него вижена нет, он не видит, как инфесторы заползают. 110-133, все, пуш этот потерян. Теперь нужно уже на более позднюю стадию рассчитывать. А как ты марика-мародерами плюс танками будешь рассчитывать на более позднюю стадию, когда здесь по 5 ультралисков строится уже? С другой стороны, экономика была не из лучших, но ему-то он зерк, ему сейчас просто вот эту хату заказать 10-15 дронов. Четвертая будет раскачана вообще. Так, либератора есть. Несколько штучек. Ну, сейчас, конечно, тут единственный вариант на гастов не выйти, да и на гастов другая экономика нужна, конечно. Единственный вариант для Арктура это добавлять либераторов. Танки уже здесь не нужны. Ну, хотя он почему их строит? Потому что другого продакшена нет, перестроиться тяжело. То есть ему нужно накопить какой-то микс здесь, чтобы биться. Ну, как мое мнение, в таких ситуациях тирана-танки уже это, по сути, абуза для него. Крайне немобильные, апгрейды на них не делаются на такой стадии, а без атаки они тоже как бы, ну, не очень хороши будут. А вот либераторы, им как раз атака делается, начинать их масить, может быть, даже второй старпор добавить. Вот если нет гастов, дальность либератора, например. Либераторы с дальностью, они лучше, чем танки на более поздних стадиях. Они и харасят, они все замечательно вообще делают. Так, игра затянулась. Вот, пожалуйста, уже один либератор без дальности прилетел. Бомбит нормально. Здесь рабочих было 4 минуты. Личинка минус 1. Надо уводить сейчас его. Здесь есть дропчик. Так, где-то больше не, больше нигде нет активности никакого Артура. А вот с дальностью либератор уже с коркой так не выбьешь. Здесь поставил, заблочил крайние минералы. Все, зерк. Без воздуха тяжело выбить. Ну, дальности тут пока тоже и не пахнет. Артуру бы в четвертую базу выйти. Ё-моё, что это опять начинается? Куда это все идет-то? Блай причем видит прекрасно. Это не склик, это Артура. Он сейчас хоть клик вычистил, вот использовал этих юнитов. 10 цеха спереди, возможно, это будет планетарка. 10 цеха еще одна перелетает. Ну тут тоже та планетарку надо делать. Ну это в стиле ТИВА. Здесь можно орбиталку сделать, там просто мешать будет. Здесь, ну, вот, сейчас. Не то время и не та экономика у Артура, 3 орбиталки, с которой можно масс планетарки начинать делать. Здесь бы орбиталочек еще чуть побольше.
добавить. Ну а Блайд рядом уже ходит, пытается здесь найти какое-то место, с которого напасть, видимо, на Артура. Орбиталки, планетарки здесь нет, прошу прощения. Либераторы, танки не в позиции. Ну а быстрее либераторов раскладывать сейчас. Что Артура делать? Что-то сэфку поднял. А, ну побоялся, что умрет. Как Блайд фаерболит, четко сейчас два либератора минус, третий. И третьего мог бы забрать, но это было бы слишком уже с перебором. Так. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. К бою готово. Ну что, Артур держится пока, ребята. Артур держится, либераторов много. Рейндж бы очень сильно им помог. Микс интересный, но вот этот, два, цифра 2, вот этих юнитов меня очень смущает. Два либератора, это крайне мало на этой стадии. Блай пытается, смотрите, Блай все правильно делает, но Артур вовремя сюда либераторов перевел и вовремя это направление обезопасил. Ну вот здесь Караптор, это цеху поймали на халяву, который так ни во что и не грейданул, кстати говоря. Вот танки здесь получают демеджа много на халяву. Здесь корабторы полетают, одного либератора выпилят, второго выпилят. Сейчас марики подбежали, конечно, отогнали. Артур 3-3 не делает, это вот ошибка. Да, ресурсов не так уж много, но 3-3 грейды нужны на этой стадии. Одними либераторами здесь, ну, не пробрить будет. Нужно подумать, вот, видимо, об этой базе. Вот нафига было эту занимать, раз в этом направлении двигается. Пытаться. Семь брудов углаем. Вот к этому как раз-таки повороту и не готов Арктур. И даже не в плане экономики. Он просто не видит, что они делаются. То есть он... Хотя он видел, как шпиль морфится, между прочим. Но чем выпиливать-то их? Это не то время, когда либераторы в массе, они просто унижали воздух. Сейчас они так воздух не унизят. Так, два ультрала, три ультрала на планетарку наламываются. Успеет отчинить? Успеет, кстати, отчинить. Наверное, сейчас один... Скорее всего, погибнет один там этот ультралис. Здесь надо собрать либераторов и пытаться выпилить. Но если они в стейке будут, можно микос получить и вообще на фаербол все отдать. Но нужно ли идти, блин, на Кзергу, на Крипа, не назад отступать Арктуру? Ответ очевиден, что нет. А он пошел вперед и сейчас просто отдаваться. Будет какой же кучи там либераторы, фаерболы просто выпиливают все вообще. Ну и по земле Арктур навыпиливал Блайо. Но вы видите, что Блайо-то побеждает здесь, как бы... Да, либераторы брудов шатают, но два они их и не убьют, скорее всего. Планетарку вычинил, но 200 Блайд закаут, 90 Артур, он пишет ГГ, и он здесь прав, на самом деле. Так. За чатом я не слежу в игре. Есть те, кто должны следить. Ну что же, ребят, 3-0 Блай Артура выбивает, но... Так, погодите, кого надо забанить Блая. В смысле, удалить из группы. Блай Артур здесь должен быть. Какой Артур поделся? Тоже надо Юре написать.
Так. Значит, HTT – это команда HTT. Так. А, Артур тут. Сейчас, короче, зову Артура. А где он, я чуть не вижу. А, вот. Здорово, Дон Юа, здорово всем, пацаны, кто недавно пришел. Матч за третье место, развязка турнира у нас здесь, фактически. Матч за третье место, браток Арктур сейчас будет. Все переименовываю. Ну что ж, отлично, что Арктур вернулся. Да и не горит у него ничего. Это тоже хорошо, потому что это лишнее вообще абсолютно на турнирах. Тем более на таких стадиях он уже как бы круто отыгрывает, и он должен это понимать, что как бы уровень у него неплохой. Ну и помните про то, что можете вы призовым поддержать данный турнир Starline. Сделать приятно Блаю, Hellraiser, там Арктуру и братку, всем пацанам. Да и не только. Вот. Опа, Art of Joyce вообще респектос, кстати говоря. Вот. Ну, он где-то в другом месте сидит, потому что он обиделся, что-то там, помню, было дело. Ну, кстати, личных премиумов вообще практически нет сейчас. Никто их не подписывается. Об этом я и говорил как раз. Ну что же, респект. Вот и призовой стал, как мы хотели. Ну, вы можете еще поддержать. Так, Ньюкирк, Паладина, Проксима, Арена Чести, Белшир. Ньюкирк, погоди, да, последний Ньюкирк. Это, а, вот она, Украина, Ньюкирка.
все здесь, вроде все здесь. Так, все, все здесь, короче говоря. Ну что, ждем братка. Сейчас все начнется. Так, все, поехали. Начинается матч, погнали. Бой 5, Арктур Братук, ТВТ. Респект Артур Джойсу и всем, кто поддерживает турнир. Ребят, можете поддерживать и турниры, и стримеров. Меня конкретно, естественно, на моем канале, а на других там, других. Поехали. Так, ну что же, ребят, бо 5, первый матч. Что-то я не туда куда-то ставлю. Вот так вот, все. Ну и видите, что происходит. Опа, опа. Это не просто, это не с газом, ребят, это без газа. Это без газа, как в особенностях национальной рыбалки. Ракету пускал там чел с газом, без газа. Так и здесь без газа все, ребята. Ну, Арктур... Так, Арктур что-то подозревал здесь явно. Он проверяет. И находит просто прокси братковский. Ой-ой-ой. Начинает пилять здесь. Браток сразу все отменяет нафиг. И, конечно же, правильно делает, что отменяет. Так, вижу, поддержка идет призовому фонду. Спасибо всем. Ну что, Марик у Паши строится. Один. Один Марик и Рипер. Здесь только Рипер у Арктура. Но Арктур, кстати, вперед хочет полететь сейчас. Интересное решение лететь вперед в такой ситуации. Почему? Потому что... Хотя не полетел никуда. Здесь контроль был только что. Выпилил браток Арктуру 2 КСМ. Я пока там банил этих товарищей там некоторых, которые ахинею всякую несут.
Как-то Артур прогорел, ребят. Потерял рипера. Так ведь и проиграть можно, на самом деле. Сейчас третий рипер у братка вылетит. Чисто продолжается. Артур об этом вообще не подозревает. 10 цехи. Факта не готова, только-только гелик заказан вообще. Здесь рипера сейчас Артур принял сразу братку одного. Гранаты кидаются, там марики вообще все краснющие в хлам. Пытается Артур риперов найти. Нашел, кстати говоря, надо ловить их. Ну а мариками пресекать все эти движения. Надо встречать сразу, чтобы не запрыгнули наверх. Не запрыгнули наверх в итоге рипера. А Артура больше по лимиту. Здесь танк либераторы плюс марики строятся. Просто марики без реактора по одному строятся. Вот в чем минус. Жесткий рипер с... Рипер с геликом поехали вперед. Гелик-то не пройдет, а вот рипером здесь просто зашатать можно экономику, если контролить ее идеально, правда, пытаться. Но чем отбить танки либераторов, это вопрос. Танк сиджится, сейчас минус все марики Артура. Вот нет, два, один остался. Ну, этого забирает тоже. Если сейчас гелик проедет на мейн, не успел. Блин, браток, красавец. Если бы успел гелик проехать, это минус экономик сразу же была бы. Ну и так, под гелика надо подъезжать, по гелик-то уехал. Помогать риперу надо, подъедет сюда ему, что за контроль-то? Так, здесь танк пришел, плюс... Так, либератор Артуровский. Здесь туретка. Паша ошибается с контролем либератора по-другому и не скажешь. Здесь надо разложить так, чтобы танк выбивать. Рипер все еще живой, но Артур контролит дома больше. Танчик минус сейчас будет. КСМ-ки минус. Танчик минус, да. Либератором ничего не поделать. Циклон с циклоном дерется. Еще один либерок вылетает. Циклона здесь два у Артура. У братка один. Браток продолжает здесь давить. Циклонами Артур пытается отбиться. Либератор, ну а что тут либератор? Либератор ничего здесь не убивает. Викинга сбивает. И кажется, Артур отбивается. Рипера здесь запилил. Вот если бы еще рипера уконтролил бы. Ну, все равно лимита больше на 20. Короче, отбился Артур. Ну и то, что он таким чудесным образом нашел прокси, зарешало, естественно. Че ты там приуныл-то? Гусь. Да похуй, гелик ждет. Ну, на халде надо поставить здесь, чтобы рабочих убивал. Да, на халде, правда, рандомные депохи будут он жечь, но рабочие-то погибнут. ГГ, Паша пишет. 1-0. Так, это за транслит предупреждение. Ну что же, что у нас там дальше-то? Я уже по... Так, паладина, терминал паладина. Все, все здесь. Наверх пацанов всех закидываю. Все, поехали.
Так, какой-то поп-блокер, кстати, из Яндекса премиум покупку блокирует, пишут тут люди. Вот. Ну что же, Арктур Браток 1-0, но Браток решил три барака Мариков сделать чис, и Арктур спалил просто КСМ-ка все это, и все замечательно. Там тут StarCraft тоже неинтересен ему, правда. Так, меняю захват. Так, чат его там. Прикольно, что только. Задняя часть торчит. Ну что, более стандартно сейчас, ребят, через риперов с мейна начинают, рипер в ЦЦ-щику Артур, рипер в ЦЦ-щику Браток, ну газ первый получается бус, это газ барак был в факту, ну в ТВ-то редко по-другому играют, это в ТВП сейчас газ барак газ, как раньше частенько, да, частенько тоже отыгрывают, ну тоже часто и газ первый, вот, ну в ТВ-т отставание по факте критичным может быть. Как солдат, блин, чалик. Вроде спал и хоп, подрыв. Рипером Арктур проверяет, нет ли прокси, ну или эти к братку, а браток дома стоит рипером. Здесь реактор получается у нас. Братка рипер побеждает. Ну как он, у него позиция, как у джедаев. Позиция выше, победить тяжело в такой позиции. Так, конечно, он устал. Весь день дома сидел. Как же лежит? Да у многих псы они такие, ребят, да и коты. Они так щемануть могут. Чалик на посту очень чутко лежит, только на улице кто-то зарычит, уже он сидит там, смотрит в окно, кто там рычит на улице. В общем, ребят, пока что размены в риперами произошли, все, что в этой игре произошло. Артур собирается дропщик братку на мейн сделать с 6 мариками плюс минкой. У братка 4 гелика. Ну, у 4 геликов гораздо более серьезный потенциал для того, чтобы уничтожить рабочих, но... А, и здесь 20 клонов, и у братка есть чем отбиться еще. Онлайн стрим животных, лям подписчиков на ютубе взял. Ну да, ну это не мое. Могу так сказать. Ну отбивается и получается и браток, отбивается и Артур. Ну Артур-то продолжает харасить. Тут он 7 КСМ-ок уже убил, а здесь гелики все слились, браток Паш не законтролил. Зато здесь медивак может вышатать. И вообще им нужно улетать, потому что викинг есть. Арктур, собственно говоря, и улетает на 2 рабочих плюс. Короче, вровень примерно прилетел. Арктур и разменялся примерно вровень с братком. Но у братка 3 цеха, и браток вообще не планирует пока стимпак. Возможно, вообще мех игра будет. Так, викинг нашел медивак. Дропать Марика. Или не дропать, просто улетел. Третий цеху Арктур ставит, барак третий добавляется, один на реактор садится здесь под этого реактора, пока нет, ну можно со старпорта реактору уступить, как бы, а на старпорте, старпортом новый построить.
Нужно газ запиливать. Да, газа очень не хватает у Артура. Да, как раз он и уступает. Здесь нет смысла даже на медиваке, газа нет. То есть сейчас новый реактор здесь пилить, пока как раз газа добавится. Там четвертый начнет добываться. Ну и продакшн увеличится. Здесь Марики все, кстати, летают до сих пор. Паш, по-моему, в мех играет здесь. Он вообще не, даже не планирует стимпак никакой делать, там ничего не добавляет. Так, еще там танчики сейчас будут, да. Погодите, только что медивак был сбит. Да, был сбит медивак автотурелью, тот, который летал, Артура шатал. В это время 4 Марика циклон на вторую братку прилетел. Но здесь он готов, потерь не понес серьезных. Потери 900 братка на 1000 Артура, вообще почти уровень. Как бы. Ну, Артур больше сам, получается, на харасе своем потерял. Братку же наубивал. Здесь браток вообще, ну 5 КСМ он слил теми геликами, но потом их и геликов потерял тоже. Так, здесь на центре движуха идет, надо сваливать отсюда медиваком. Что и делает Артур, видит викинга. Викинга можно законтролить, было бы, но надо садиться и дальше улетать сейчас отсюда, потому что иначе выпилят. Браток понимает, куда Артур может отлететь, и на перехват идет, Артуру нужно дропаться. Артур не дропается, Артур в тыл братку полетел, ну и поймает сейчас браток, скорее всего, все это дело. Ну тут сюда, да, путь только вот сюда получается. И браток понимает, что сюда в центр опасно лететь. Здесь циклоны стояли, а тут сюда бы не полетел бы просто. Минус медивак, ребят. 195 по лимиту. Здесь Артур идет вперед. Минку выманивает Мариком. Минку убивает. Братка, мех, только первый танк, нет, уже третий танк, ничего с ней, ну в лоб не продавить при таком раскладе, это очевидно. Там какие-то гелики харайсы полетели. Баша решил против Артура, а Артура сыграть крайне немобильный мех. Ну, Артур как бы по экономике в плюсе, по грейдам, правда, с одной инженеркой почему-то он делает. Тут, мне кажется, ошибка, если он особенно био собирается продолжать играть. 4 медивака дроп готовится. Вообще мейн не прикрыт у братка ничем. Туретки только-только сейчас начинают пилить, но они не успеют под дроп под этот подстроиться, это очевидно. Викингов видит, Артур пролетает сюда, этот дроп может быть смертельным для братка, потому что слишком много здесь 3 танка и био просто, и прямо в продакшн это. И мейн добычу отсек, и все факторки отсек сейчас. Артур, братку здесь, ну лезть мариками не надо, вперед, конечно, здесь... Артуру, потому что иначе они погибнут. Выпиливает автотурели, медиваки браток и шевикингами забрал. Воздух, да, браток контролит, но достаточно ли этого для победы? По-моему, в течение для того, чтобы отбить нормальный сет. Нет, конечно, недостаточно. Разбирает всю Артур здесь нафиг. Разбирает викингов, разбирает танки. Как же викинги терпят? Здесь медивак, конечно, там выжил, но в итоге могут избить медивак. Вообще жесть. Сейчас еще минус гелики эти будут. Да, Брапаш, они подводят сюда ближе. Здесь хелбаты один из КСМ, их тем временем выжигают. Но братка меньше по лимиту, уже КСМ-ки эти не решают здесь. Здесь просто урон нанесен был просто нереально. Хотя 48-55 для меха еще эта ситуация более-менее нормальна. И вот Паша как бы, я спрашиваю, почему ты атаку не делаешь? Да, атака типа не нужна как бы, а броня нужна. Вот, но если там большее количество выстрелов не требуется и меньшее, чтобы убить каких-то мариков, то... Как мы тогда и выяснили с чатиком-то, Паша не учитывает просто, что сплэш имеет рейндж, и с каждым грейдом он сильнее становится. А это крайне важно, это самое важное, почему атака танчикам нужна вообще. Вот. А он делает только броню. В итоге 91-141 не в пользу братка ситуация, но если он здесь потерпит, на мэне посидит, там дропы все примет, остальные, в принципе, можно... Можно играть. Так, медивак там было хп, по-моему, 1 или 2, и он минус кэш от залпа минки. Сейчас минус минус, плюс с флешем там по другим прилетело. Артур уже в лоб наламываются, марики, мародеры, танки, медивак много, браток сажает минусы. Ну, Артур выпиливает танки, это 2-0, ребят, это 60-130, ГГ, Паш пишет. Ну, четко Артур отыгрывает, ничего не скажешь. 2-0, и браток на грани того, чтобы занять 3-4 место, оказывается, а там и по призам разница есть, ну, третье все-таки какая-то матч престижа получается. Ну, Паша, я думаю,
Паша не сильно расстроится этому. Так, какая у нас там карта следующая? Так, Проксима у нас. Где там зерк у нас? Надо написать, что зерк или нет. Так, хорошо. А, у нас Проксимула. Ты ошибся, получается. Так, Арктура, братка, наверх. Поехали. Желаю удачи обоим. Так, это я что-то косячнул, опять зерга там поставил, походу. Так, ну сейчас Женя Magic создаст, потому что баг. Ну что, ребят, да, Юсоус, ты для себя открыл Америку, Рэдди, да, это КЛН в раскладке русской получается, когда ошибаешься.
Ну, а ГЛХФРА вам, я думаю, известно, что ПДРА. Ребят, третья игра, браток 02, проигрывает сейчас. Соответственно, Артур 2-0 ведет. И в этот раз оба с мейна начинают 2 газа здесь. Ну, это особенность карты этой, да, здесь, кстати, очень жестко давить можно. Вот. Ну, вопрос, возьмет ли Паша карту или нет сейчас. Вообще, что-то много у нас, честно говоря, сухих матчей. То есть, да, игры более напряженные, но 3-0 выиграл Hellraiser братка, 3-0 выиграл два Арктура. Арктур как-то вроде сопротивлялся, да и браток там в каких-то играх неплохо отыгрывал, но все-таки сухой, здесь сухой Арктур братка шатает. Неужели и финал у нас будет подобный? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет, ребята. Так, ну что же, реперок залетает. Здесь одним реперком браток контролит, что уже происходит. Ну, короче, с тот и другой реперами залетели. Залетел Артур, спалил, залетел браток. И увидел, что цицикнет, Артур, правда, спалил прямо. Арктур спалил прямо именно здания, какие есть. Ну, браток тоже понимает, что там то же самое прямо происходит. Рейвен будет, видимо, первый здесь на старпорте заказан. Да, пошел Рейвен, строится циклончик. Меняет позицию бараком Арктура. А братка что? У братка медивак. То есть, погодите, это малики плюс циклон будет, плюс риперы. Да, 4 малика циклон дроп, плюс 2 рипера, видимо. Ну, Рейвен, он поможет и отбить это все дело, и... И отбить это все дело. И поможет он в перспективе, потому что он будет энергию копить, естественно, усиливаться. Алекс Дучим стоит. Да много кто кем становится. Главное, чтобы... устраивало, да, как бы, а то может там не очень кем-нибудь можно стать на раскладке русской. Так, два рипера паштета шатают. В это время... А, это два циклона. Четыре марика циклона. В это время два циклона на мейн к Артуру прилетают. И Артур тут не очень-то готов, я вам скажу, встретиться. Все, надо бы захватить медиво... Тут и Артур медивак-то не захватил. Хрен с ним рипера, они, понятно, цеху будут шатать. Здесь можно захватить было медивак и еще автотуретку поставить и сбить его, попытаться успеть. Здесь браток ушел. Пока браток удачно шатает. Ну, цеха отстает, конечно, по таймингу и рабочего всего на одного у Паши больше. Но разменялся он точно в плюс, вы видите, как бы, да? Но это минимальный плюс, который можно было извлечь. Игры Касс с Глайм должны были быть финалом. Ну, не знаю, прошел бы Касс по другой части сетки. Убил бы Касс Хеллрейзера, убил бы Касс Арктура, убил бы Касс Братка. Ну, не знаю. Вопрос открытый это. Тут уж ничего не поделаешь, такая сетка, ну, получилась у нас. Возможно, Касс бы по другой части сетки и финал бы попал, да?
Может, он была и выиграть мог, да, но немножечко не хватило. Так, Артур идет вперед, автотурели две ставит он сейчас. Вот автотурели в тылу, то есть надо одну было ставить. Прикиньте, вот одну, вот хладнокровнее надо. Одну сюда и одну сюда. Здесь можно было продолжать давить. А так здесь нечего ловить. Рыбачок получился. Ну, это стандартно, когда наш турнир, когда хороший турнир, то рыбачок льется просто рекой. Сами знаете, вершина рэпа, она такая. С нее можно упасть и можно подняться на нее опять. 40 энергии, 50 скоро будет. Ну, браток, нет, не полетел. Да правильно, не надо гнаться так далеко. В это время викинг облетает хитро тут по краешку карты. В ней видно, по-моему, даже Арктур, потому что здесь над, получается, над возвышенностью не видно. Можно сесть в темноте здесь и вымернуть им просто КСМ-ок нашатать. А викинг очень быстро убивает, ведь он как бы по мех-юнитам бонус имеет очень жесткий. Как жесткий? 10 и 14 по механическому, по 12 и 20 здесь. Вот, я даже не прав. Так что КСМ, вот эти демоны вообще с удара будут отлетать нафиг. Так, возвращается Артур сюда. Турель вынужден уступить быстрее викинга этого принять. А, турелью, конечно же, убил его. В это время дроп, два танка наверх, плюс био передроп наверх, танки сиджатся. Артур реагирует быстро, но автотурели нет, но мариков много, плюс КСМ их своевременно выводит, но надо танчики фокусить, Артур куда-то не туда атакует. Танчики вроде как зафокусились, а в это время кто 5 КСМ к братку-то выпилил? Я, кстати, даже не... А, они здесь, видимо, и погибли в атаке. Артур отбился, Артура больше рабочих, у Артура раньше стимпак, не, у Артура все нормально пока что. Ну, для финала, да, неплохие игры были Блай против Касса были бы, но Блай против Хеллрейзер, Блай против Хеллрейзер мы еще не видели, что будет, так что давайте просто подождем. В любом случае, минимум 4 игры нас ожидает, там ведь будет 7 же финал. А пока что браток с Артуром бьется. Казалось бы, браток сейчас уже готов брать игру. Вот мне кажется, что поспешил Паша здесь передропом, вот реально. Два танка снизу засижи и наверх, наоборот, био передропни. Здесь же отсюда, вот, все пристройки под ударом. Депоки 3 под ударом. Нафиг сюда лезть было спешить. Мне кажется, что Паша что-то, ну вот. Решил недовольствоваться малым, решил убить и в итоге потерпел за игру. Полетели пацаны. И дождь, кстати, кончился. На велике можно будет ехать. Это крутишок. То, что на велике можно будет ехать. Так, здесь меня викинга сбили марики. Очень легко они это сделали. Погиб здесь арктуровский. 99-85. И тут Арктур умудряется перемасить братка стабильно. У Артура должен, я знаете, еще что отметить. Скачок его уровня прошел как-то, произошел как-то резко, как мне кажется. То есть как-то недавно он, ну, так вот хорошо не играл, как сейчас прям начал вот он отыгрывать. Круто, реально. Так, загружается, улетает. Спасите, помогите. Не, братан, застрелили. Вот, не успел медивак сесть. Не расторопен был совсем. Разгружается Артур в районе третьей базы. Ну и у Артура Грейт раньше на атаку броня. Раньше, получается, будут с одной ведь инженерки делают бараки у Артура чуть раньше, чем у братка будут. И почему-то один вообще не на реакторе у братка барак был. Странно это все дело. Так, выход идет. Артур готов встретить братка? Да, готов он встретить братка в центре. У него танков больше, но мариков меньше. Вот в чем проблема. Так, танк сидится, браток отходит дальше. Танк один что-то Артур здесь слил, братку. Браток мариками сагрился, в то время как дроп от Артура на вторую базу прилетел. Передроп на мейн пошел. В это время пытается Артур тут сагрить братка еще раз, не получается. Дроп на мейн заходит. Мариков реально здесь достаточно много. Надо выгрузить. Два сидят, вообще не выгрузили. Здесь рабочие падают. Браток пытается сам дроп на мейн. Но здесь дроп-то смешно. Артур с мариками отбивается. Здесь группа остается мариков, не боеспособная. Не способная вообще ничего сделать.
И дроп отбит 114 на 80, на 79 быть точным по лимиту. А братка не заказана броня, марики сейчас более грейженными у Арктура станут. И продакшн у Арктура больше, здесь реакторов нет, здесь только две лабы свободных. А здесь уже 5 бараков работают. Короче говоря, похоже, что не удастся Паше и эту игру взять. Арктур как-то не безошибочно, но четко отыгрывает достаточно. Причем, я так замечаю, по ТВП я особо Арктура не видел, но ТВЗ, ТВТ у него на уровне точно вообще. Так, ну что, братка... О, браток улынет дропом из 5 медиваков. Арктур решил, что надо вперед идти. Получается. А чё Арктур бегает сюда-сюда? Я чуть не пойму. Пытается поймать братка. Буст кончился, медиваки падают. ГГ, ребята, Арктур просто словил Пашу здесь. Это жесть вообще. Куда браток так летал-то? Вот буст пошел, улетает он. Ну тут не остается боевого лимита практически. На мейне была оборона, везде была, везде все прикрыто, везде марики готовы. Здесь танков 5 штук, плюс марики выдвигаются на вторую. Паше некуда дропнуться вообще здесь. Ну как на муви-то он так попал? 50 разница боевого лимита, 60 по общему лимиту разница, не в пользу братка сейчас. И можно вниз зайти, здесь танки он снизу разложить. Что Арктур, по-моему, и хочет сделать, я не понимаю, что он хочет сделать. Отсюда нормально они достают. Так, дроп с лоу-граунда, здесь хоть какой-то демедж можно нанести за счет танков, просто, ну, так, чинятся танки Артуровки, пошла атака, добротка, у Вижена нет, ё-моё, Вижена нет, здесь Артур отбился, но все равно преимущество, здесь удачный дроп от братка, но все равно преимущество на стороне Артура, в чем гигантская, за цеху вынужден улететь, браток. В это время Арктур пытается дропнуться на мейн. Здесь все заблочил. Повезло Арктуру, что браток не встретил этот медивак. Это было бы минус 10 лимит, если бы чуть он раньше полетел бы там. Так, Арктур идет вперед. Хорошо он очень реагирует, смотрите. Спалился, браток гуляет, а так бы мог отдаться. Так, один танк выпилил, второй не выпилил. Пока ГГ пишет браток, слишком много Арктура, то есть и... Ну никак ему не подойти ни с какой стороны. Ну что же, финал. Финал, ребята. Не, ну Арктур уже стабильно отыгрывает, я смотрю. Димагу братка наших старых монстров зашатал на этом турнире, выбил 3-0 обоих. Так, ну призовой будет составлять 30 тысяч, потому что уже, потому что Изард обещал еще накинуть. 30 тысяч это уже приятный призовой, но он не будет добавлен через Good Game. Наоборот, с Good Game нужно выводить ему себе будет, чтобы всем разослать. Ведь у нас система, что даже за 5-8 игроки получат некоторое количество денег. Вот.
Так, ну создает Magic. Так, ну что, сейчас все начнется, ребят. Начнется бой 7, матч до 4 побед. Финал у нас на горизонте. Самая интересная часть получается. Пильну рекламу, ребят. Вот, завтра у нас GSL будет, между прочим, Статс против Трэпа. И Гумиху против какого-то там Зерга. Бьяла, ох, какая мощная группа. Завтра будет Нуро 16, 12.30, помните об этом. Ну, приходите смотреть обязательно, что тут говорить. Вот такие вот дела. Сегодня это последнее, что мы посмотрим. Ну, а вам, как обычно, просьба поддерживать и турнир. Это в ваших силах. Пополнить призовой. Спасибо всем громадное. Ну, и меня, и мой канал не забывайте поддерживать. Ждем начала, но пока что начала нет. Так, ну что, ребят, финал бой 7. Проставляю эту цифру точную. Давайте покомментим немножечко. Блай играет хату первую, Газпул, соответственно, 17-ю. Хеллрейзер играет стандартно. Пилон Гейт, Газ. Нексус в кибернеточку сейчас. Вот кибернетка будет заказана. Да, пошла кибернетка.
Ну что же, ребят, кибернетичка готова. Так, не надо на транслите писать. Прыга предупреждать не буду. Скорость угла делается лингом. Пока что рабочих он стоит. Третью хату, кстати, не спешит брать. Ну сколько собак вперед бежит от угла? 6. Адепт где? Адепт вперед пошел. А здесь что у нас? Адепт не готов. Сейчас собачки рабочих выпилят за это несколько штучек. Ну, абсолютно очевидно это становится. Так, адепт тут в районе третьей базы заходит на вторую глаю. И, кстати, кря хорошо встал адепт. Только дронов надо фокусить в королеву. Хеллрейзер атакует. И с собаками законтролился там дома. Все, одного дрона только смог срезать. Собаки со скоростью уже. И они трех пробочек убили. Здесь есть овер, которого можно легко сейчас бить Хеллрейзеру. Так, адептом проверять, где он собак стоит. Ну, была мимо, пробежал адепт. Так, адепт уходит, собачка на мэне грызет рабочих. Была чертяга контролит, когда пробки срываются, чтобы ее минуснуть, а была успевает убежать. В итоге собака это все еще напрягает и разведает все абсолютно. Здесь у нас плюс 2 гейта, просто 3 гейта. А, нет, не просто саргейт, конечно, если бы я давным-давно его увидел. Сафлай блок у Хеллрейзера не очень приятный, но недолгий. И строится сразу же не Оракул, а Фениксов сразу. Погодите, Оракул уже есть, ё-мо, я что-то все проморгал. Оракул уже прилетел, Феникс только-только заказан. Спорки у Вланеза, то есть две королевы здесь. Одного дрона Хеллрейзер там подрезал. Здесь на двух королевы прилетает. Ну, либо сразу улететь, либо... Так, здесь как-то была и все правильно, заказывал здание, пытался, но не успел их закатить. Хеллрейзер еще парочку дронов подрезал, три суммарно, но это небольшой урон Блай получил. Так, не фаржа Твайлайт, как с Тираном, а Твайлайт и Роба делается сейчас. У Хеллрейзера третий ник, спилончик на нем ставит, Оракул один единиц здесь висит. А где... Феникс, вот он летает, а Овер, вот он рядом с проходом висит. Хеллрейзер его не спалил, что он вот здесь висит, прямо рядом. Но Блай решил, что надо Овером что-то там проверить, и вот он запалился сейчас, улетает назад. Все, Хеллрейзер его увидел. И именно в этом направлении Феникс и полетел сейчас Овера выпиливать. И у меня такое ощущение, да, посмотрите, 5 гейтов добавлено. То есть это фейковый третий Никс, как фейковый? Он будет достроен, и если Хеллрейзер провалит свой пуш, будет раскачан. Но это в стиле, как CG Hero и многие сейчас протосы, просто пуш с 8 гейтов адептами пойдет. Так, слетает Оракул, харасит по чуть-чуть. Адептики прилетают. Приходят, точнее, сюда, на третью базу. В это время Хеллрейзер призмой летит на мейн. Но у него только 13 лимит, то есть он только 6 адептов может ворпануть. Свободных, я имею в виду. Здесь Блай принимает бой, адепты падают. Часть проходит тут к мейну. Призма доварпливает в тылу где-то там. У Блая есть плетки, собаки плюс королева выходит, адепт вниз. В итоге Хеллрейзер просто по частям что-то сливается здесь. А... Кто, погодите, 7 пробок кто-то Хеллрейзеру выпилил, я на второй базе, да, это был на третьей. Видимо, какой-то там задроп был, я не знаю. Адепт пытается пройти, на мейн приходит Хеллрейзер, моментально Блайт призму убьет, если он попытается здесь что-то сделать. Гавар по адептов еще идет, на третий напряг идет.
Лейзер пытается заминусовать рабочих. Не так это просто сделать. Он вообще не фокусит, собаками разменивается сейчас. Призма опять на мейн залетает. И опять же Блай контролит это направление прекрасно. То есть залететь невозможно. Просто призма минус. Это провал всего билда. Надо рабочих строить. Пытаться Хеллрейзер перейти в какую-то макро здесь. А как к нему не перейти будет просто? Ему будет просто не перейти сейчас, потому что экономика слабенькая. А, вот здесь еще призма. Ну, с таких адепта пушей слезть нереально практически. У Блая уже покатушки почти готовы. Правда, у Блая роучи нет. То есть, а пока нет роучи, шансы минимальные все-таки остаются. Ну, у Блая там бейнов нет. Там слишком много бейнингов, по-моему, у Блая. Видит, адепт попер. Лейзер телепортируется на третью базу. Часть рабочих поставляет. Сплит нужен. Сплит, мягко говоря, так себе. Слишком много адептов от бейлингов терпит. Если вот сплитится нормально. Кстати, у Блая ничего не осталось. Если бы сплитанулся нормально Хеллрейзер, и вот здесь вот у него адептов хоть пару осталось, то есть он выиграл этот бой, то вот сейчас бы эти даварпы бы могли бы зарешать. Но не хватило Хеллрейзеру, что он там по одной пробке подстраивает вообще. Ну и слишком по частям что-то разменивается в итоге Хеллрейзер. Блай там какие-то забегания делать, 4 пробки, опять минус где-то был. С мейна на третью все переводится. Здесь еще рабочий стоит, то что сбор, видимо, кривая была. Так, бейнов Хеллрейзер выпиливает неплохо очень. Блай. Но по катушке готовы, а я адепты получают очень много урона. Два рабочих минус, 83-104. До сих пор Блай не может это все дело отбить. Бейны вкатываются здесь. 4 адепта живые все еще. Здесь несколько заходить пытается на вторую базу Блая. Не надо телепортироваться к Хеллрейзеру. Он не телепортируется. Но королеву Блая не отдал. Сейчас королеву отбил. Даварпы идут на мейн. Здесь на третью вот этими порваться бы ребятами. Или на вторую, я даже не знаю. Ну лучше на вторую, потому что... Так, на вторую здесь не готов Блая отбиваться. Бейлинг хорошо каждый раз заходит. Рабочих опять за них Хеллрейзер дошел. Но фокуснуть прям не получается. Ну никак у него. Бейлингов достаточно, 97-61, угла 1200 на 1100 уже накопилось. Продакшн, письку? Не, никого продакшн нет. Хеллрейзер всю игру адептов варпит. 58-42, а, у Блая золото уже есть, вот тут в чем дело. А Хеллрейзер о нем вообще не знает, то есть Хеллрейзер думает, что у Блая на третьей ничего нет, а там золото и уже гидра пошла. Но если бы у Блая был роуч ворон, просто делал бы скорость роучем, то он уже давным-давно бы все там отбил бы. На самом деле, ну Хеллрейзер понимает, что ничего уже здесь не сделать, пытается. Или он в золото пошел. Нет, ну да, он в золото, судя по всему, адептом шел. Он не пытается перейти в макро здесь, он варпит адептов новеньких здесь. Но это все уже тут видно по экономике, что все печально. Ну Хеллрейзер-то о золоте пока не знал, не знает, поэтому тяжело ему здесь тащить будет. Так, ну хорошая залет первый. 8 дронов минус. Неплохой такой. В это время Блай заходит на третью базу. Здесь стадис он словил столько собак, это просто жесть. Пилончик падает. А кто их убивать-то будет? Пилона нет. Надо еще один стазис ставить. Сейчас вот надо было стазис ставить, но собаки сейчас проснутся здесь. И сгрызут все нафиг. Ну, Оракул, проблемы вырубает. Адепты падают. Оракул один не успеет все быстро выпилить. Прям так. Восемь пробесов минус. 36-45, да, экономика тубла не ахти, но у него уже 9 гидралисков и 9 будет, а это вообще Хеллрейзеру нечем убивать. По адепт, конечно, бонусно по гидралискам атакует, но гидролинга-беллинги это печаль вообще. Призма минус, спалил Хеллрейзер гидру, видит, что 50 лимит у него, 50 гг, 1-0, Блай. Ну что же. Вторую карту ждем. Сейчас Magic создаст карту эту.
Так, ну что же, зачем эту мерзкую воду сделал? Не знаю, сделали воду. Так, что-то там пропало. Что случилось? Так, секунду, сейчас. Так, Зерк в игре был. Все, всех ставлю туда, куда нужно. Блай говорит, что я и тираном катну, но тираном-то навряд ли он кого-то катнет, я так думаю. Так, кстати, надо бы уже, знаете что? Остальную армию на четвертую. Так, Блайкаст надо на YouTube выложить, пока этот матч идет. Все, поехали, раз 23 минуты, пока здесь идет финал, собственно говоря, и Блайкас выложим. Ну что, пилон гейт, ребятки, газ у Хеллрейзера. Блай выходит в хаточку 17-ю, ставит снизу. Напомню, что это финал, бо 7. Воды, ну карт много меняют сейчас новых, и я, конечно, против такой политики, чтобы в каждом сезоне там практически все карты менялись. Лучше менять по одной две карты максимум, как бы тех, которые делать, голосовалку, которые оставить, ну, пару убирать, допустим. Вот это, мне кажется, лучше будет, и уровень будет расти, там на новые карты постоянно не подстраивать. С другой стороны, нужно новое отрабатывать, да, там фишки придумывать под карты всякие. Тоже разнообразие для игры какое-то. Ну что же, Hellraiser с разведкой играет. Стенка такая, что застраивает выход вниз сюда, в центр, на глубоководном рифе. Ну, здесь, соответственно, нет, тут здесь третий будет 100%, здесь будет пару гейтов. Будут такие жирные здания, стеночки все, плюс камни. Ну, на этой воде, например, нельзя здание строить. Если пушишь, там особо не обстроишь на той карте, да, как бы это все дело. Такую она функцию имеет. Тиран туретки не настроит особо там и... Такой момент. Проц не попилонит там рядом. Хотя на поздней стадии проц редко пилонит. Тоже. Адептом Hellraiser приходит, видит, как Блай третью ставит. В это время опять собаки прибегают от Блая к Hellraiser. Надо пробку спасать. Hellraiser спасет, кстати, пробку в этот раз. А на мейне что там. И здесь законтролил спас. Но Блай тут чуть две пробки не сгрыз. Плюс они покатались сейчас еще немного.
Собака-то все еще живая, ну тут ненадолго она вот что живая. Минус нет, сейчас Блайт, минус Линк. Так, два гита плюсом заказаны. Все, да, стенка здесь, три гита у нас будет, стеночки получается. Ну что же, просто возможно в течение сезона, нет, невозможно в течение сезона, ничего там никто не находит на старых картах. Так, что, адепты пытаются Нексу отбить, отбивают Хеллрейзер Нексус. Все, не, Блайт здесь ничего не догрызет уже, это понятно. Здесь Сталкер ждет. Собаки минус в итоге будут. Один, нет, один ушел. Пес проворный оказался такой. Товарищ Сталкера на вывести, он овер халял навесит, его можно сбить. 67-70 пулемет. В этот раз у Хеллрейзера как-то получше начало, чем в предыдущей игре. Оракулом улетел Хеллрейзер сейчас. На третий особо ловить ничего, у него нету полей. Ну, Блайт Королев привел, но Оракул там уже и след простыл. Одного Феникса острожу, Сталкера даже не трогает, в итоге Хеллрейзер Фениксом без Жоверов сейчас зашатает. А вот это он видит, да, видно же, где он висит, кстати говоря. Так, вон он залетает, видно же, где летит. Хеллрейзер пока ничего не видит. Хотя его видно было на мини-карте. Твайлайт, труп готова. Твайлайт пошел поздний. Блайт четвертый уже хат. 62-57. Парабам вообще близко идут друг к другу. Блайт с Хеллрейзером. Ну и мне пока непонятно, в какой именно стиль Хеллрейзер будет играть. То есть я не вижу там колосса или что там. Вон, Шторм собирается выходить. На третьем Нексусе газа нет, насколько я вижу. Старгиты, которые Хеллрейзер тоже очень сильно любят, тоже не заказаны пока что. Ох, стазисом как хорошо подхарасил. Смотрите, большая часть рабочих вообще заблокировалась. Адепты приходят, дисбейнов достаточно, они еще без глефки. Еще и Хеллрейзер не фокусит, что там эти... Так, Оракул дэмэдж убил, 5 дронов сбривает Хеллрейзер. Сейчас эти разморозятся, нужно... Так, ну Блай убил их просто сразу и все. Здесь Хеллрейзер еще не наконец-то начал фокусить, и здесь очень много адептов до этого могли на фокусе. Ну, 7 рабочих Хеллрейзер забрал, их парабам в плюсе, да, и мортлы делаются с роботикса, ну, с одного, правда, пока что. Делаются архивы темпларов, если же это будет шторм. Здесь стеночка из гнездов на третьей базе пошла неплохая. Ну, так, эта игра пока что, я бы не сказал, что в чью-то пользу складывается, но для Хеллрейзера значительно лучше, чем предыдущая. Пока она равная идет. Вторая атака одновременно с вторым пухтим собаком пошла примерно. Оракулами тут Хеллрейзер ищет уязвимые места в Блае. Ну везде вроде как королевам прикрыто, но упорно Блай спорок вот этим стилем не делает, а... Ладно, Оракул, так сейчас уже дарки могут начать какие-нибудь шатать, я не знаю, спорки. В любом случае, ну вот, хотя у Блая нет лишних ресурсов, но спорки лишними не будут на такой стадии, как ни крути. Так, Оракул летает, тут гидра везде ходит. Вот приятная, мало ревелейшн по гидре пошел. А собак Хеллрейзер еще не видит то, что они камни уже грызут собаки. Так. Чаш есть, шторма нет пока у Хеллрейзера. Не будет его пока. Бейн в Блай 21 штуку морфит, стеночку сделал, гидра пройти не может. Ну, Хеллрейзер видит, кстати, гидру. Так, здесь какие-то фотонки так поставишь, все заблочат добычу.
В принципе, они погибнут в любом случае в ближайшее время, эти потомки. И добыча пойдет нормально. Так, хороший шторм пошел. Что сейчас на шторм выкинуть Хеллрейзеру? Филды пока автомобиль не дает ему дать. По 145-301 пулемет уплюсит Хеллрейзер. Да, вот потомки падают. Чу. Можно добывать спокойно минералы. Так, два Архона пытался слить Хеллрейзер. Слил только одного, потому что бейлингами Блайв катился очень неплохо. Архончика пока нет. Была его и запухтал, понимая, что в ядре он самую большую угрозу представляет. Здесь оверы халявные летают. Куда там полетел Хеллрейзер? Вот же оверов можно сбрить. Чего он вообще боится? Отошел назад. Воли имиту чуть-чуть просел. Плюс 2 сейчас готов. Блая уже пятая хата. У Блая шпиль. Тут газ добывает. Такую экономику серьезную. Блая пытается давить по всем направлениям. Сейчас будет сюда, видимо, заходить еще. Ну, здесь вот потонок пару Хеллрейзеру. Вот надо, чтобы обезопасить такие направления. Раз, там два автомка поставил, и шторм здесь. Какой-нибудь там, ну вот, Oracle Revelation есть, видит же Hellraiser, что здесь. Все, видишь, подбегает тоже шторм, кинул там на рампу, и все, ничего было не сделать. Так, четвертый некто, пока я вам что-то тут рассказываю, была уничтожил Hellraiser, и пошел, ну, восстанавливать Hellraiser, опять же, его. Ну, в принципе, экономика нормальная, лимита больше. Грейгнат третью атаку заказывать надо DP, он 2 плюс раскрыть на мейне еще. Хеллрейзеру. Ну и терпеть, сидеть пока что. Глая шпиль, кстати говоря, но нет у него хайва. Ну, кстати, сейчас мутки будет штук, наверное, 12 заказано. И она может зашатать тоже, в свою очередь. А ведь блинка нету. И нету ни глеб. Кстати, только чардж Хеллрейзер сделал, все, и тормознул почему-то в этих грейдах. Не очень хорошо. Так, здесь гидролинга Беллинга. Опять вперед идут. Не отдает Оракула Хеллрейзер. Здесь Мазерфор запустил. Отступает назад. Делает Люркер Дэн. Здесь в тылу забегание зилков хорошее. Очень Хеллрейзер проходит. Нужно выход делать сюда, вперед, к зилкам к этим. Хату спилит. Это хат самая новая. Здесь добычи-то даже нет. То есть отдать просто 1000 даже будет. Там, наверное, больше 10 зилков. Даже хату не спилит. Просто 1100 минералов где-то. 1000, ну ладно, будем 1000 примерно считать, отдал никуда сейчас Хеллрейзер. Там мутка полетела к нему. Идет выход сейчас. Здесь много имморталов, архона, зелков. Штормовики вообще сзади где-то там бегают. А мута куда, на третью летит? Я не знаю, кто там мута летит. Но вперед она летит, это очевидно. 150 на 190. Продавить здесь никак же будет. Давар в сталкеров идет, но они без блинка. Делается флитбитом, делается таргет второй. Фениксами надо контролить идеально, стараться, чтобы не отдавались они. Мабла их забирает просто и все. Хеллрейзер вернулся домой архонами. А что архоны здесь? Ничего они. Так, Блай вообще масик не получил, если Блай оборзел. Архоны в оборону сюда пройти не могут, чтобы помочь. И луна не добавить. 150 на 190 по лимиту. Муталисты неплохо здесь выпиливают. Сталкеры есть, Хеллрейзер еще до варп делает, вперед решил ломануться. ДК он пишет, но муту не может отбить, нечем отбить муту, а вперед ломится мута. То есть дальше ты выиграешь бой, мута тебе убьет там экономику, добычу, и все будет печально. Потому что там угла, это прирост будет. Секвенсор, карта следующая, Илю. 2-0 Блай, ребята. Так, создаю хост. Так, ну что же, Блая туда, Хеллрейзера тоже туда пилю. Так, значит, пока не готов.
Так, поехали. Все, лай готов. Отлично. Ну что же, ребят, 8, Блай 2-0, опять что ли в сухую, хватит уже сухих матчей-то, пора что-то посмотреть такое, где битва будет. Так, ну что, ребят, секунду, что-то я у меня уже подзапарился, извините, сегодня отвлекся немножечко. Стрим все-таки идет с... Скольки там он идет? Ну, где-то с 13.30, то есть уже 9 часов он идет. И еще некоторое время пойдет. Кибернетка Гейт на секвенсоре у Hellraiser и в Stargate он играет. Сейчас АД вперед попер, Бла это видит прекрасно. Ну, Hellraiser овера видит. А тут две собачки забегают, и опять они, блин, даже четыре, и опять они забегут так, что вот третья, прикиньте, вот как вообще так? Третья игра и третья игру Hellraiser на одну и ту же хрень попадает вообще. Две на мейн, две на вторую, все. Сейчас рабочих начнет кусать, Stargate спален, нахрен вообще. Постоял бы адептом лучше Hellraiser. Третью игру подряд, ну это перебор, реально. Так, ну тут лайк. Одну пробку все выпиливает, собак отдал. А в это время, кстати, Hellraiser 2 дрона забрал. Но в этот раз Hellraiser из этой ситуации даже плюс тебе какой-то вынес. Три дрона забрал. Заказал одну спорку, вынудил Блая. Ну, нормально, короче, разменялся и здесь отбился. Да, удачно, я скажу, в этом плане начало. Сразу же третий ник пустает. Аж два овера здесь висит. Вот одного отводит, раз третьему сейчас спалит его чуть позже. Может быть, имеет смысл. Не, ну, Оракул нужен, потому что он может хоть что-то нахарасить, а фениксами уже там добивать, получается. Полетел Оракул, одного видит Hellraiser, да и второго спалил тоже. Понимает, где они будут находиться. Феникс заказывается. Да, как по мне, не, Феникс это правильно, он дешевле и быстрее, но вот, мне кажется, грелка в этой ситуации очень... неплохо может зарешать, ну, она может пригодиться на более поздней стадии, там, бейлинг дропы, там, повесил где-то, внимательно просто следишь за этим, когда нужно разогрев рубил, и все, как бы, грелочка там решает. Так, здесь, бывает, успевает заказать две спорки, королев пытается выпилить с Hellraiser, между прочим, те другие ему не помогут, этой королеве, и Hellraiser забрал королеву, тут личиночку одну убил, а в это время дроп, смотрите, пошел собак,
Грейзер это видит прекрасно. Овера надо сбить сейчас Фениксом. Здесь надо уйти к рампе, получается, что у Хеллрейзера делать. Собаки мимо пишут, побегут. Сталкера минус сейчас будет. Тут три осталось, даже две собаки осталось. Хорошо, тут Хеллрейзер встретил, принял все вроде как. Стенка, кстати, наглухо, здесь полная стенка. Ой, разбрил Фениксом. Там пробка одна, точно вот эта погибнет. На третьей базе. Ну это не страшно, кстати. Два оракула у Хеллрейзера. Не стесняется демедж врубить им, потому что иначе собаки убегут, и потом гоняйся за ними, летай. Все, третий Никс можно раскачивать. Переводится все лишнее с мейна и со второй базы. Твайлайт пошел на мейне, глефы будут, либо чаш, либо что еще. Плюс один делается, убла окукать пораньше, убла четвертая хата. Здесь Харас идет стазисными ловушками. Неплохо зашла на второй базе. На мейн не зайдет, надо увести оракула, иначе его сейчас королеву собьют вообще. Ну и по рабочим, опять же, как в предыдущей игре, Хеллрейзер в плюсе по рабочим. Все неплохо. Так, здесь, кстати, тоже завал, интересно. Здесь тоже можно эти камни пробить. Такой маленький, а 2000 хп и 3000 там, и 3 брони получается. Так, опять стазисной ловушкой Харас идет. И на третий, и на мэйне. На мэйне Блайз контролил здесь два дрона. А вот на третий лучше зашло. На третий зашло лучше. Здесь вообще не зашло, потому что оракул упал. На мэйне погиб оракул. Плюс 6 гитов, чарж делается. И, между прочим, делается призма. То есть это... так, это врыв до шторма, погодите. Это атака до шторма на 8 гейтах со стороны Хеллрейзера. Сейчас вот у него будет их 3, так 7 будет открыто, и один сейчас достроится только. Призма полетела вперед, и можно даже двумя призмами в два направления, по-моему, полететь. Похарасить неплохо. Плюс 2 заказано. То есть можно было бы полететь призмой мейн, попытаться забрить. Плюс там адепты, плюс какие-нибудь архоны, плюс зелков пару штук. И с другого направления призмой. В это время Хеллрейд счет на них уставит. Блай прекрасно видит и попытается понапрягать сейчас. Естественно, у Блая Гидроден, у Блая Шпиль. То есть Блай будет, возможно, мутку добавлять Люру, скорее всего. Так, ну четвертого Хеллрейдера легко убивает. Филбом можно было Филон спасти легко, но не спас. К сожалению. Не знаю, вот это как-то база гармоничнее выглядит. В том плане, что здесь везде камни, а здесь выход вниз. Но здесь, с другой стороны, разницы мало. Так, залетают адепты по второй базе. Здесь везде Блай готов. В это время зелки на мейн врываются. Но пусть у них чаш, но они только с собаками смогут разменяться здесь. А разменяются они явно не в плюс. Призму желательно бы увести. Но здесь королева встречает. Ключи минус призма. Вообще провальный вылет. Вот этот вот. Отдал юнитов, которые в призме были, отдал доварп из 5 зелков, отдал саму призму, ничего практически не убив, только собак. Экономику вообще там, по-моему, Хеллрейзер никакого урона не нанес экономике Блая. У него 88 дронов. Блай строит 90 дронов. Блая обвиняли, что он макро не любит, а он просто 90 дронов почти строит. Немногие так зерки делают. Здесь вот Ксилмага, которая, блин, видит Хеллрейзера базу. Прекрасно, то есть надо камни пробить, спуститься вниз, получается, как бы, и законтролить ему самому, Хеллрейзеру, я имею в виду, это все дело. Плюс гиты добавляются, 10 гитов сейчас уже где-то у Хеллрейзера, да, будет, или нет? Да, 10 гитов. 10 это доброе такое количество, можно уже и вперед идти, пытаться со штормом давить, ну, либо как бы с доварпом пытаться разводить. У Блая нету Кайва, посмотрите. Блая нету Люркердена, Блая вообще гидро лингобеллингами вперед двигается сейчас. Не знаю, что он собирается здесь делать. А, плюс мутки несколько штучек есть. Ну, муты 5 штук, это смешно на самом деле. Фотонок нигде нету. Сейчас надо срочно вот по паре фотонок закажи. Просто Хеллрейзер зря пренебрегает этим. Тот же Стас, там корейский просто, они сразу же просто все это заказывают. Феникс возвращается. Надо минусовать муту. Не успевает сразу это делать, зато в центре успевает Блая гидралов убить штормом очень хорошо.
Так, здесь пошли атака дальнейших. Штормы есть, штормы неплохо заходят. Аркона можно слить было бы, Аркона. Да, успел слить и Аркона. Здесь еще один есть. В центре разобрал Глая. Разобрал практически без потерь. Мут, конечно, улетела, но теперь здесь Фотонка есть. Здесь у нас Феникс на центре есть. Ну и два Феникса будет. Но Хеллрейзер не спешит вперед идти атаковать. Он просто сидит и, наверное, он будет сейчас выходить. Вот понемножечку воздух добавлять к этому всему миксу. А давить пока я не вижу, чтобы он... Хотя не, вроде как вперед пошел. Глай активизирует активность мута этой. Вот можно рабочий выпилить газ, а потом кто-то одна всего. Вот мута прилетает, плюс один, начинается харас. Хеллрейзер двигается вперед. Здесь Бейны. Ай, как фотонки есть, но они не с того направления стоят. Робок 11 минус, 54 с 80 там по рабам. Хеллрейзер заходит в Глай, а у Глая есть вообще? У Глая Бейнов нету, ничего себе, посмотрите. У Глая нет Бейнов вообще здесь. А где они? Вот только сейчас подходят Бейлинги. Блин, Хеллрейзер что-то так и не сделал. Фениксы залетают, гидралисков там пару поднимает, Хеллрейзер кривовато дерется. Имморталы вообще с бою с гидралисками не участвуют, но Хеллрейзера много. Давар зелков прошел, зелки все слились на бейнах просто. Оракул прилетает, можно дэмэджем помочь. Где призма-то? Призма далеко где-то находится, надо бую привести. Она стоит фиг пойми где вообще. Оракул врубает тоже дэмэдж. Дэмэдж оракула в помощь армии просто. Три имморталов плюс зелки здесь остаются. Ой, брудлинги плюс собаки, имморталов выпиливают. Хеллрейзер не под... Зелки, имморталы с другой стороны подходят. Просто зелки не успевают. Тут зелки... Если бы Давар был прямо здесь, имморталы бы не погибли, понимаете? Вот в чем прикол тут. А имморталы погибли. На F-ку, по-моему, Хеллрейзер уже точку сбора поставил. Даже пробку, по-моему, точку сбора вперед поставил. Но то, что Хеллрейзер вот эту базу Блая выпилил, для него уже хорошо. Почему? Потому что у Блая сейчас по экономике-то сравнялось количество рабочих практически с Хеллрейзеровским. Здесь так и нет никакой обороны. Хеллрейзер, наверное, не видел, откуда Бейлинги забегали, скорее всего. Мазершип Кор Королеву тут добил с полной энергией. Надо заметить и телепортнуться назад, но нет. Сейчас будет он уничтожен, этот Мазершип Кор. Моментально 200 энергии. Печаль, беда. Бейлинги взрываются. Ну, здесь Хеллрейзер заметил в этот раз. Все нормально. Зелками принял. Надо вот здесь фотонку что-то надо поставить. Это одновременно с выходом призма. Раз еще при этом всем у Хеллрейзера 0 штормов было в атаке. Да, понимаете, если бы он хоть шторм бы хоть один выкинул, уже бы лучше было. Фениксы все были уничтожены в предыдущей движухе. Поэтому 4 мутки актуальны становятся. То есть Глай просто ее не контролил, забыл фактически про нее. А тут хоп, и мутка нужная оказалась. Хеллрейзер делает одну броню. У Глая хайф уже. Ну, у Глая все нормально. Хату восстановит. Здесь добыча есть. В углу еще хата есть. Хеллрейзер, по-моему, в углу даже не видел, да? А, он и эту не видел. Получается. Ну, ничего хорошего для Хеллрейзера тогда не будет. Так, опять Бейны заходят. Хеллрейзер медленно, но реагирует. 6 пробок, это немного. Да заказать уже пора, блин, здесь какую-то фотонку. А здесь-то 2 Бейлинга еще осталось. Хитрый Глай, чертяга. Сталкеров здесь наразводил еще, но убивал. Блинка как не было, так и нет. Ну где блинка сталкером, понять с ними. Так, 2 Бейна заходят. Ой, печаль, полная ГГ. Сейчас Хеллрейзер. Ну да, Блай его затрепал. А ведь мог тем выходом убить просто Хеллрейзер. Четвертая карта нам нужна сейчас. 3-0 Блай, может счет 4-0 просто сейчас стать. Так, а что у нас там карта? Какая дальше? Так. Путь на Айвору у нас следующая карта, ребята.
Ну что же, немножечко что-то не хватает здесь Hellraiser для того, чтобы победить. А ведь близок был Hellraiser. Близок был сейчас очень к победе. Вот. Очень-очень близок он был к победе в этой игре. Так, не туда я ставлю троечку. Но все же не хватило. Все же не хватило. Здесь пилон гейт у Hellraiser будет. Ну и Блайк близок к тому, чтобы закончить сухую. С кассом, получается, у Блая самое напряжное было. Уверенно была решающую эту стадию отыграл, ничего не скажешь вообще. Да нет, Hellraiser борется еще как, просто ошибки предыдущие, как бы, и ошибки позиционирования обороны там и т.д. Но Hellraiser, все, он победил уже Блая. Атака у него была просто прекрасная, но ему нужно было что сделать сейчас? Так, проверяет Блая прокси. Посмотрите, посмотрите. Блаю нужно выйти. Вот. Или кому здесь нужно будет выйти из игры? Просто миллиметра не хватило Блайчику здесь, чтобы увидеть все это дело. Ну а Hellraiser повезло, соответственно. Ну вот это минус морали, я уже называю. 0-3 сливаешь, начинаешь чудить, чизить. Ну, с другой стороны, так часто делают. Типа одну взял, там плюс мораль получил, и дальше борешься. Вот. Ну а в той предыдущей игре, я еще раз, был бы шторм, в той атаке Hellraiser он бы я вообще подбрил. Плюс он даже без шторма-то там дрался кривовато. Часть Immortals с хатой, там часть еще с чем-то вообще. Так, адепты делают у Hellraiser. Два уже готовы. Блай там с собаками куда-то там побежал к Hellraiser. Между прочим, у Hellraiser дома ничего нету. Плетка у Блая пошла. Королева готова. Надо аккуратнее к Hellraiser быть. Кажется, Блай уже понял, что здесь происходит. Так, Twilight, думаю, какой-то поздний Twilight, мне кажется, у Hellraiser реально сейчас делается. Не надо ли пораньше его было сделать сейчас? Так, адепты зашли, телепортнулись назад. Ну, Блаю нужно готовиться будет. Дома он прекрасно. Блай видит все, что Hellraiser делает. Бить овера абсолютно нечем. Плюс еще гейт четвертый. То есть это... Блин, ну Глеф, реально, почему... Законтролился Hellraiser. По-моему, они уже делаться давно-давно должны были. Может, я, конечно, не прав. Сейчас еще варп. Варп уже почти готов, как бы. Вот к варпу и глефы должны были быть. Мне кажется, это ошибка. Где-то тут есть ошибка от Hellraiser в этом билде. Вот, ну, Блай будет без были. Да, тут Роуч Уоррен 39 секунд делается, а глефу сотку. А как без глеф драться сейчас? Нужно до Роуча было размен начать Hellraiser. А он не сможет до роучникового размена начать. Так, Криптумор выпиливает. Криптумор выпиливает. Хорошо, конечно. Гейты открываются. Да, сейчас Блай роучи несколько сделал. Хотя у него саплай блок сейчас. А, в это время контрдроп. Ну, Мазер Шипкор поставил, кстати. Заказал Hellraiser, так что контрдроп. Ну, там этим собак быстро достаточно выпиливать начнут. Плюс у Hellraiser, смотрите, Dark Shrine здесь, который Блай сейчас спалит моментально, кстати говоря.
5 ручей делать. Не, похоже, это на 4-0 очень сильно. Почему? Да потому что здесь большой задроп, который Hellraiser без вот этих 15, без 50 энергии не отбить, а их пока нет. И не будет к моменту, когда Блай забежит, там через несколько секунд только будет. Собаки ворвались. Не, ну тут у Блай надо спросить, почему плетку заказал. Видимо, он играл против этого билда Hellraiser уже как бы. Так, адепты на мэне. Адепты с глефами. Даркшайн почти готов уже. 11 дронов Hellraiser, кстати, Блай сбрил. И у него нет спорки, у Блая. Посмотрите, он спорку-то не делает до сих пор. Во прикол. Дарк номер один заварплен. Вот он идет вперед. Есть еще. Нет, больше. Больше нету ресурсов. Надо... А накер овер. Три роуча атакует. Hellraiser выпиливает этот. Да спорки пробревает ее. ПРСТ. Спорки пока не доделались. Дарк не может пройти. На мейн иди, значит, тогда. На мейн Hellraiser дарком пытается пройти. Ну, мейн Hellraiser была выпилит, скорее всего. Но у него у самого 9 пробок осталось. Вот в чем смех здесь заключается. Спорку сможет Блай перекопать? Да, трансфьюзов очень много. Сможет спорку перекопать Блай. Это очевидно абсолютно становится. Сейчас спорка копается. Сейчас до Дарка, видимо, будет доставать. Hellraiser отведи Дарка. Ключевой юнит здесь вообще для Hellraiser. Дарка отводит, адепты пытаются выйти. Но Hellraiser оставляет их на мэне. Видит Блай Дарка сейчас? Да, видел, судя по всему, Блай Дарка. Ну, хату с таким количеством трансфьюзов выпилить практически нереально будет. Здесь 12-10 по рабам. Hellraiser Блай все перспективнее, как бы, здесь. Если бы Дар хотя бы хату выпилил, может быть, что-то и получилось бы сделать, как бы. Есть три линга, опять от Блая забегают, харась. Здесь Hellraiser отконтроливает, здесь Дарк, кажется, слился или нет, да. ГЗ пишет Hellraiser. 4-0 Блай. Как-то так, ребят, сейчас быстро, что там с репкой не так. Сейчас повтор, посмотрим. Так, покинуть группу надо. Валюша нужен для спорок вообще-то. Да что ты говоришь, дружок? Серьезно, что ли? Как тут Блай? Почему Блай плетку заказал? Не знаю, почему заказал плетку. Ну да, пошла плетка ранее от Блая. Блай надо объяснить, я не знаю, как бы. Hellraiser часто этим билдом в последнее время играл, у меня только такое объяснение. Ну, репки будут выложены, если кто захочет прошерстить, пусть шерстит там что-то, как бы, ну, сейчас, ну, завтра все выложим. Вот. Ну, все, ребята, сейчас топ-стар делаю без задержки, возвращаюсь к вам. Как-то так.